Добрий вечір, шановна громада. Добрий вечір усі, хто зібрався разом з нами для того, щоб поговорити про найголовніше. Сьогодні ми будемо говорити про стан доріг на Миколаївщині. Взагалі, дуже багато років вже стан миколаївських, саме миколаївських доріг є взірцем того, як не треба, щоб було взагалі. Втім, в останній місяць, в останні тижні те, що стосується доріг і вже є такою, знаєте, таким загальним місцем, всі про це знають, перейшло з економічної, з суто побутової, житейської, так би мовити, у політичну площину. І нам багато є про що сказати, багато є про що спитати. Як завжди, у наших гостях сьогодні люди, які не просто знаються на цій справі, а які мають безпосереднє відношення до того, про що ми сьогодні говоритимо. У наших експертах люди, які також не сьогодні взялися за вивчення цього питання. Отже, буде гаряче, буде цікаво, буде дуже інформативно. Перш ніж представити наших гостей, перш ніж запропонувати вам приєднатися до нас або Фейсбуком, або за телефонами гарячої лінії, які за півгодини з'являться на ваших екранах. Я хочу запропонувати вам сюжет Федіра Бондара, який досліджував ситуацію з тим, чому так погано у нас і чому все навпаки так добре там, за кордоном. Давайте подивимось. Приказка про дві головні біди стосується, на жаль, не лише нашого північно-східного сусіда. Можливо, через тривале життя в одній державі, можливо, через специфічні здібності керівників різних рівнів, дороги в Україні залишаються такими, що показувати їх гостям соромно. Поодинокі винятки лише підкреслюють правило. Ось як це роблять на Заході, котрий почав загнивати ще з радянських часів. В Сполучених Штатах Америки всередині ХХ століття почали будувати бетонні дороги, про переваги яких у нас і досі сперечаються. Ясна річ, матеріали мають бути високоякісними і технологія чітко витримуватися, так само, як і в разі будівництва звичної, асфальтової. Ось, до речі, американська кінохроніка 1920 року. Пригадаємо, як тоді будували дороги у нас? Власне, про те, що європейські та американські автошляхи набагато кращі за вітчизняні, ми всі знаємо. А ще у них кращі, ніж наші машини, одяг, взуття, зарплати і взагалі рівень життя. Але за все доводиться платити. Ми теж раз по раз чуємо, грошей немає, треба вводити плату за користування дорогами. Дійсно, у багатьох, якщо не в більшості країн світу, водії платять безпосередньо на автошляху за право ним проїхати. Але ж і наші автолюбителі та професіонали інвестують в дороги, принаймні сплачуючи акциз на паливо. Зрештою, грошей ніколи не буває достатньо. Мабуть, головна причина незадовільного стану наших шляхів – неефективне використання існуючих коштів. В інтернеті я натрапив на ролик, який просто пояснює, чому у нас дороги гірші, ніж в цивілізованих країнах. Щоправда, в ролику йдеться безпосередньо про Росію, але, гадаю, ми поки що не зробили необхідних кроків для того, аби не ототожнювати стан дорожнього будівництва в Україні з російським. Коріння одне – радянське. Хоча інколи керівники держави можуть продемонструвати нам, що вони знають, як слід організовувати процес. Це буде одна єдина нова якісна дорога. Тендер, який проводився, показав про те, що виявляється, якщо проводити прозорі тендери, так зразу за дивним збігом обставин вартість одного кілометра крепко дешевшою. Бачите, вони знають, як здешевити. Отже, основна проблема, і це, напевно, відомо всім нашим глядачам – корупція. Будівництво та ремонт доріг – одна з тих сфер, в яких крутяться великі гроші, а завдяки створеній системі крутяться вони постійно. Щоправда, будівництво нових доріг, особливо ласий шматок для причетних до розподілу бюджетних коштів, сьогодні велика рідкість. Але всі ми регулярно спостерігаємо таке чудове явище, як ямковий ремонт. Особливої пікантності цьому процесу нерідко додає волога погода або просто дощ. Чому роботи ведуться за такої погоди? Дозволю собі припустити кілька варіантів відповіді. Наприклад, термін виконання робіт спливає, а гроші, як завжди, виділили у свинячий голос, тобто під кінець осені, і якщо зараз їх не використати, вони повернуться до бюджету. Інший варіант – треба будь-що залатати дірки, бо інакше геть неможливо проїхати. Щось подібне ми спостерігали на трасі Н-11 минулої осені. Засипали найбільші ями, бо цей шлях навіть для родео занадто небезпечний.
Але основним, як на мене, приводом кидати суміш щебеню та смоли у мокрі ями є система, за якою ремонт свідомо робиться на невеликий термін, максимум півроку. Адже якщо залатати дорогу за технологією та якісно, вона, не дай Боже, рік протримається, а то й два. Звідки ж тоді фахівцям, котрі зайняли найкращі місця в грошовій круговерті, викачувати кошти? Якщо дорога ціла, ніхто не дасть гроші на ремонт. І що ж тоді, за зарплату жити? І зараз саме час представити наших гостей та експертів. А вони, як я сказав, дуже поважні, дуже обізнані, дуже компетентні. Будь ласка, Олександр. Вітаємо вас. Михайло Соколов, перший заступник голови Миколаївської обласної ради. Добрий вечір. Едуард Волошинович, начальник управління інфраструктури Миколаївської обласної державної адміністрації. Олександр Антощук, начальник служби автодоріг в Миколаївській області. Андрій Вадатурський, народний депутат України. Вітаємо в студії телеканалу «Миколаїв». Переходимо до наших експертів. Євген Воловий, громадський активіст. Петро Цицилін, представник громадської організації «Дорожній контроль Миколаїв», член робочої групи з контролю за ремонтом доріг. Олександр Лисенко, заступник голови правління громадської організації «Альянс демократично-правового руху». Перепрошую. Владислав Єнтін, депутат Миколаївської міської ради. Юлія Міскевич, голова громадської організації «Об'єднання Самопоміч». Ярослав Захаренко, представник політичної партії «Демократичний альянс», член робочої групи з контролю за ремонтом доріг. Переходимо до другого майданчика. Олексій Кочубей, директор юридичної фірми «Advice Consult». Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Андрій Палько. Його заступник – начальник управління комунального господарства Наталя Осецька. Журналіст і публіцист Ігор Пох. Вітаємо вас. Дякую, Олександре. І вже за кілька хвилин розпочнемо нашу дискусію, яка, я запевняю, буде гарячою. Навіть поки що перший сюжет. Вже на Фейсбуці з'явилися коментарі щодо того, що люди, на що люди чекають, що вони хотіли би почути, що їх цікавить. Отже, будь ласка, приєднуйтесь до нас або на нашому сайті, там йде пряма трансляція, або через Фейсбук, через мою особисту сторінку, чи через нашу групу на Фейсбуці «Контраргумент». За телефонами прямого зв'язку 76-92-42, які будуть активні вже за півгодини, навіть трошки менше, за 15 хвилин. А зараз я хочу запропонувати вам сюжет мого колеги Олександра Молодцова, який вже конкретизує те, про що ми сьогодні будемо говорити, а саме про ситуацію з дорогами державного значення, які перекриваються, на яких люди висловлюють своє незадоволення, і які, власне, стали поштовхом, ситуація на яких і стала поштовхом для сьогоднішньої програми. Будь ласка. Стан доріг Миколаївщини як тема до обговорення і в суспільстві, і в медійному середовищі актуальна багато років. Хронічне недофінансування галузі і, як наслідок, зношене дорожнє покриття – все це викликає незадоволення і мешканців населених пунктів, і водіїв, і влади, яка мусить реагувати. Приблизно в 2011-2012 роках у Миколаєві масово почали з'являтися великовагові вантажівки зі збіжжям. Область наша транзитна, Миколаїв – місто портове, обсяги зростали, тому від цього нікуди не подінешся. А дороги псувалися. Статистика невтішна. Нині маємо в області 4800 кілометрів шляхів і 257 мостів. 3000 кілометрів доріг Миколаївщини не відповідають нормативним показникам по рівності. 900 кілометрів доріг повністю втратили несучу здатність дорожнього покриття. Понад 500 кілометрів доріг деформовані, мають колійність та видавлювання. Це дані минулого року. Після цієї зими ситуація ще гірша. Традиційно проблемними залишаються напрямки на Кіровоград і на Дніпропетровськ, де дорожнє покриття місцями взагалі відсутнє. Образно кажучи, середньовічні шляхи стали останньою краплею, що переповнила чашу терпіння мешканців глибинки. У Новому Бузі два тижні тому місцеві жителі, підприємці та аграрії повністю перекрили рух вантажівок автошляхом Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ. Поки що пропускають рейдові автобуси, легкові автомобілі та швидкі. Такими радикальними кроками новобужани вимагають належного фінансування повної реконструкції вщент розбитої дороги. Три роки в нас вже не робляться дороги. У нас засипаються ями, замулюються глаза, а дороги в нас немає.
Міняє, все міняється, а дороги в нас як не було, так і немає. Відтак, всі вантажівки, що рухаються в бік Миколаєва через Новий Буг, змушені розвертатися та їхати в об'їзд. Водії такі новині не раді. Дорога перекрита, Новий Буг. Як їхати, об'їжджати, то який крюк давати? Причину об'ясняють, що тобто, машини розбили дорогу. Дорогу не ремонтують, ну а при чому десь ми? До безстрокової акції протесту долучається все більше місцевих жителів. Люди вкрай обурені бездіяльністю шляховиків. Кажуть, готові цілодобово чергувати. Ми її відкриємо, її просто геть виб'ють повністю. Тут не будуть не ями, а тут вже просто буде бомбежище, що тут не пройди, хай не пройти. А що хлопці кажуть, скільки будете стояти? Будемо, скільки будемо, треба, скільки будемо стояти. Протестувальники облаштували своєрідний блокпост. Є місця для ночівлі, поруч польова кухня. З продуктами допомагають місцеві фермери. Окрім капітального ремонту дороги на Дніпропетровськ, місцеві мешканці вимагають від обласної влади встановити і вагові комплекси. Адже вже двічі ремонтували дорожнє покриття, втім все марно. Багатотонні вантажівки розбивають дороги вщент. Людьми спілкуюся, вони хочуть ремонти і негайно. Але чомусь ми забуваємо те, що раніше нічого не будували, і зараз ми хочемо це все за день зробити. Це просто неможливо. Аби капітально відремонтувати ділянку дороги Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ, а це 132 кілометри, потрібно віднайти майже 2 мільярди гривень. Проте обласна влада сьогодні розраховує лише на 250 мільйонів з державного бюджету. Дороги державного значення – ну, від назви все виходить, що вони фінансуються з державного бюджету. Але ж їздять ними саме мешканці Миколаївщини. Так, правильно ви сказали. Тому що було зроблено, я подивилася досвід Полтавської області, Одеської області. Сьогодні вони розробили програму і внесені зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України. Про що там йдеться? Що на... дорога державного значення може співфінансуватися, ремонтні роботи дороги може співфінансуватися з місцевих бюджетів різних рівнів, якщо ця дорога проходить по населеному пункту. Програма, я думаю, дасть перше можливість виділяти з обласного бюджету кошти на співфінансування цієї дороги, але ще раз я хочу сказати, щоб потім не було ніяких спекуляцій. Якщо це тільки співфінансування, на жаль, юридично ми можемо тільки співфінансувати, ми не можемо, скільки б у нас коштів не було, але є норми законодавства, що дорога державного значення – це по бюджетному кодексу суто державний бюджет. Критикуючи стан доріг, ми зараз боремося з наслідками. Ями, вибоїни і колії – це наслідки неналежного утримання доріг, неналежної експлуатації в умовах зростання обсягів транспортних перевезень і неналежного фінансування. В першу чергу треба пам'ятати – нові хороші дороги коштують хороших грошей – декілька мільйонів гривень за один кілометр. А зараз вистачає лише на сякий такий ямковий ремонт. Сьогодні коштів у держави на вирішення всіх шляхових проблем недостатньо. Отже, панове гості, я сподіваюся, що цей сюжет допоміг вам сконцентруватися на темі, і у вас, можливо, є якісь, вже є якісь контраргументи чи аргументи з того приводу, що ви почули. Будь ласка, по хвилині кожному з вас на початку програми. Михайло Володимирович. Спасибо. Друзі, я хочу сказати, що дороги у нас з точки зрення государственного устройства в основному повинні фінансуватися за счет тих грошей, які поступають в центральний бюджет. Это те деньги, которые уплачивают с каждого проданного литра нефтетрейдеры. Если посчитать, вот я сейчас написал запрос и обратился в налоговую службу, в службу статистики, для того, чтобы высчитать до копейки, сколько мы заплатили, наши автотранспортники и проезжающие транзитом жители Николаевской области, сколько заплатили в бюджет и какая сумма поступила. Я предварительно с коллегами прикидывал, это сотни миллионов гривен. К сожалению, эти сотни миллионов гривен в прошлом году, позапрошлом году, в позапозапрошлом году нам в область не поступали, хотя в качестве налога в центральный бюджет они уплачиваются. И тут я понимаю, что нынешняя политика руководства государства в целом о децентрализации, она очень правильная. У нас в областном бюджете, к сожалению, в этом году на утримание дорог предусмотрено несчастных 15 миллионов. Мы их пытаемся целенаправленно, как говорится, уже распределить на конкретные ямы. В то время, когда нам нужны, после таких упущений, миллиарды, как минимум сотни миллионов. Слава Богу, сегодня
по обращению облгосадминистрации кабинет министров принял решение по дороге, в частности, которую мы только что видели, Н-11, 200 миллионов выделить. Еще из спецфонда Яценюк пообещал по ходатайствам областной государственной администрации дополнительно 50 миллионов. Но это все равно не те деньги, которые упущены. И во-вторых, мы должны понимать, что дорога — это не асфальтовое покрытие. Это толстый слой, который состоит из глины, крупного щебня, мелкого щебня и так далее. Мы на дороге Н-11, Н-14 наблюдаем голый грунт под тем асфальтом, который уже там отсутствует. О чем говорит это? О том, что еще, видимо, в те времена, когда строились эти дороги, грубейшим образом была нарушена технология. Невозможно положить асфальт и поехать. Он раздавится, смоется и так далее, и так далее. Поэтому, ну, у нас, кроме автомобильных дорог, еще есть авиационные дороги. Кстати, вот я специально с собой захватил, мы сейчас от областного совета на английском языке для инвесторов приготовили графики. Вот вы по телевидению можете показать, например, если камерой наведете, количество пассажиров, которые, взлетов-посадок, которые у нас передвигалось в области до 2013 года включительно. 1400 бортов. Михайлович, я прошу прощения, вынужден вас перебить. По самолетам поговорим попозже. Ну, у нас будет целая тема. К сожалению, эта дорога у нас вообще отсутствует сегодня. Она как бы не то чтобы разбита, она парализована. У нас будет целая тема о том, что где город теряет деньги, город и область теряет деньги. Здесь, я думаю, вы как раз с аэропортом много сможете рассказать. Господа, я прошу вас все-таки придерживаться по одной минуте для начала. У нас еще будет много времени, чтобы высказаться на разные темы. Пожалуйста, Эдуард Ильич. Добрый вечер, Ярослав, студия, телезрители. Ну, для начала я хотел бы, наверное, определиться с понятиями, с терминологией, какие дороги у нас на территории области и чем они отличаются принципиально. Значит, дороги коммунальные, те, которые находятся на территории населенных пунктов, они являются собственностью территориальных громад, тех людей, которые живут на территории этих населенных пунктов. Это порядка 7800 километров по нашей области. И дороги государственные, которые подразделяются на так называемые дороги общего пользования, на дороги общего пользования государственного значения, это международные, национальные, территориальные, региональные. И дороги общего пользования местного значения, это областные и районные. Все эти дороги, а их 4800, как было в сюжете сказано, 1700 государственного значения и 200 или там 300 местного значения, принадлежат государству, находятся на балансе службы автомобильных дорог в Николаевской области, которая непосредственно подчиняется Укравтодору, который, в свою очередь, являясь центральным органом исполнительной власти, замыкается на Министерство инфраструктуры. Так вот, первые дороги, те, которые коммунальные, они после децентрализации финансируются исключительно из местных бюджетов. А те дороги, которые являются дорогами общего пользования, в основном и раньше финансировались только за счет государственного бюджета, а сейчас, ну, по крайней мере в прошлом году, после принятия законов о бюджетной, в том числе децентрализации, у местных советов появились деньги, которые они могут консолидировать на дороги и в том числе предусматривать, как сказала Виктория Викторовна Москаленко, да, в сюжете, на дороги местного значения и на дороги государственного значения, которые проходят по территории населенных пунктов. Спасибо большое, Александр Ильич. Да, добрый вечер. Действительно, служба автомобильных дорог является балансодержателем почти 5000 километров дорог. И задача службы автомобильных дорог — рационально использовать деньги, которые ей выделяются. Служба автомобильных дорог не собирает деньги. И вот сколько дали, столько она и использовала. Так вот, задача службы автомобильных дорог — рационально, еще раз повторюсь, использовать выделенные деньги и проверить качество выполняемых работ. Спасибо. Ну, мы сегодня поговорим о качестве, о гарантиях, обо всем остальном. Андрей Алексеевич, пожалуйста, вы у нас единственный, к сожалению, предполагалось еще присутствие нескольких депутатов, они не успели доехать из Кабмина. Вы единственный законодатель, вам, видимо, и отдуваться за всю Верховную Раду. Пожалуйста. И за исполнительную власть, наверное, тоже. Что я хочу сказать? Ну, давайте так, если разделить минуту на выступление, причина дорог Николаевской области. У нас соседние области имеют дороги лучше, чем в Николаевской области. Почему? Там климат другой, фуры не ездят. Проблема в строительстве. Второе. Дороги в Николаевской области были построены в 70-х, 80-х годах. Тогда перед экономикой Украины стояли совершенно другие цели. Перевозили машинами, если мы говорим о зерне, перевозили маленькими машинами на ток,
стока на елеватор. С элеватора Украины и Николаевской области грузило зерно, в том числе и в Казахстан. Сейчас эти потоки полностью развернули. Да? Третье. Увеличили производство зерна, но тем не менее не занимались инфраструктурой. За последних 10 лет, если мы говорим о количестве дорог в Украине в целом, 50 тысяч километров. Срок службы дороги заключается 5-7 лет. Да, по большому счету, ну, от 7 до 10 лет. То есть мы должны выделять и ремонтировать деньги примерно на 20% дорог, либо 5 тысяч. Если посмотреть бюджет и сколько выделялось денег за последние 10 лет, то вы не увидите увеличения или даже ну, там 20% от потребности. То есть деньги на дороги, на инфраструктуру не выделялись. Следующее. Сейчас у нас угроза стоит, что мы потеряем в целом дороги не только в Николаевской области, это начало, но и в целом в Украине. Поэтому существует два направления, по которым можно решить этот вопрос. Первое, это на законодательной инициативе. Я готов более подробно рассказать те законопроекты, которые я разработал в Верховной Раде. И второе, это просто лоббирование интересов в Николаевской области и залатывание тех дыр, которые у нас сегодня есть. Да? Два направления. Я готов более подробно рассказать чуть позже. Большое спасибо, Андрей Алексеевич. К вопросу о лоббировании и о происходящем, просто для того, чтобы дать не совсем уж полную картину, мы ожидали присутствия Тараса Дмитриевича Кременя здесь, но он сейчас на пути из Кабмина, однако по телефону мы записали его комментарий. Это совсем свежая информация, я думаю, что нам будет гораздо проще вести дискуссию, зная, что уже принято на сегодняшний день в Киеве. Пожалуйста, послушаем. Результатами неодноразових звернень народних депутатів від міжфракційного депутатського об'єднання «Миколаївщина» ми все-таки домоглися того, щоб було питання розглянуто на засіданні Кабінету міністрів стосовно фінансування доріг не тільки на півдні України, але й в цілому в нашій державі. Безпосередньо ми провели зустрічі неодноразові з міністром інфраструктури, з головою «Укравтодору», з головою Державної транспортної інспекції, іншими міністерствами, в тому числі Міністерством фінансів, які мають величезні можливості для того, щоб 2016 року траси національного значення були доведені до рівня європейських стандартів. Сьогодні на нашу вимогу на засіданні Кабінету міністрів було розглянуто питання стосовно виділення першої лінії з державного бюджету на ремонт траси державного значення Дніпропетровська-Миколаїв. Доповідав міністр Пивоварський, який загалом охарактеризував ситуацію. Більш розлогу характеристику надав перший заступник голови «Укравтодору» Микола Березовський. У своєму виступі я підкреслив, що крім фінансування з державного бюджету, необхідно впорядкувати питання із головним контролем та відповідно експлуатацію. Було прийнято рішення про виділення вже передбачених у державному бюджеті 100 мільйонів гривень, перша лінія. Цей документ буде підписаний у понеділок. А загальна вартість цього ремонту, який складається з кількох етапів, тобто із ремонту, із капітального будівництва і так далі, складає близько 210 мільйонів гривень. Фактично роботи можуть бути розпочаті вже з понеділка. А вже тоді, коли будуть проведені тендерні процедури у форматі капітального ремонту, коли буде визначено виконавця робіт, надійдуть інші кошти у розмірі понад 110 мільйонів гривень так само із державного бюджету. Тому ми закликаємо не тільки представників органів місцевого самоврядування, але й відповідальних політиків від Миколаївщини долучитися до роботи захисту миколаївських доріг і все-таки взяти і брати активну участь не тільки у засіданнях Кабінету міністрів, проводити роз'яснювальну, а не провокаційну роботу. І, звичайно, своєю участю у роботі Верховної Ради України працювати на громади, працювати на Миколаївщину і на відродження української економіки.
Отже, найсвіжіша інформація. У нас ще є фрагмент засідання Кабміну сьогоднішнього, на якому саме йдеться про стан доріг у Миколаївській області і про ті доручення, які дає прем'єр-міністр України відповідальним особам. Втім, я думаю, що у нас може так затягнутися наша жвава дискусія, що просто не вистачить для цього часу. Втім, Євген Воловий, який присутній зараз у нас в якості експерта, вже розмістив це відео у себе на сторінці. Воно також є у моїй хрониці, на моїй безпосередньо сторінці у Фейсбуці. І ви можете це подивитися там. Дякую, Євгене. І, панове, пані, якщо у вас є що додати вже з боку експертів, будь ласка, починайте. Ярослава. Добрый день. Я хотел бы отметить текущую ситуацию, как у нас выглядит ситуация с финансированием ремонта дорог и содержания. Вот каждая из служб областных составляет свой бюджет, идет в Укравтодор и просит выделить определенные средства. В зависимости от личного отношения, целей и планов Укравтодора, и в том числе, сколько от Министерства финансов получит или от Кабмина Автодор, уже получается получить те крохи. Я могу подтвердить слова, что не то, что там 20% от необходимых средств сумму выделяется, очень мало. То есть акцизы платятся, но они идут куда-то, они идут не на дороги. Закон про дорожные фонды, он мог бы прекратить эту унизительную практику, ходить и просить каждый раз сначала в Минфин, дайте денег на дороги, которые заплачены для дорог, и второй момент уже у Укравтодора выпрашивать, ну дайте нам на наши дороги, потому что у нас будет объемы, и соответственно ним идет на областной дорожный фонд соответствующее финансирование. Также сама Яценюк отмечал хорошую практику по Одесской области и Львовской по эксперименту таможен. А почему-то у нас есть более ровные области по сравнению с другими. То есть вот есть три элитные, а все остальные, ну, какие есть. Почему нельзя уже сделать эксперимент, уже распространить на всю страну? Пилот прошел прошлый год. В этом году можно распространять на всю страну. Не спешат. Есть, видимо, какие-то причины. Спасибо, Ярослав. Я хочу сказать о том, что говорил Федор Бондар в своем сюжете, а потом передать вопрос сюда, вот к гостям. Там, помните, была фраза о том, что зачем, собственно, дороги хорошо ремонтировать, если они тогда слишком долго служить будут. Я когда только пришел сюда в качестве генерального директора, тут был такой больной вопрос, крыша, которую за полмиллиона ремонтировали ежегодно, и она продолжала течь, причем так, на все два этажа. Когда мы, в общем, все-таки сумели выловить и загнать подрядчика на эту крышу и спросить, как же ты мог так работать, он сказал, ну, понимаете, мы же думали, что мы с вами долго будем работать, осенью потечет, вы опять нас пригласите. То есть, в принципе, вот, эта методика, она работает вообще. Постоянно, в разных бизнесах. Я думаю, что ни для кого не секрет, какие проценты откатов именно при дорожном строительстве существуют. Во всяком случае, может быть, вы не скажете этого в кадре, но уж наверняка согласитесь, что в некоторых случаях они достигали 60% и даже выше. По крайней мере, люди, которые к этому имели отношение, мне об этом говорили. А я вот хочу вас спросить, господа. И, собственно говоря, тут, наверное, каждому из вас вопрос, кому-то больше, кому-то в меньшей степени. Вот делаются дороги. Там что, в условиях технических, в договорах, во всех остальных документах не предусматриваются гарантии, гарантийные ремонты и штрафные санкции. То есть, хорошо, плохо сделали. Ну, плохо сделали, пришлось выполнять гарантийный ремонт. А мы каждый год, то есть вот мы осенью залатали дороги, весной мы опять выделяем деньги. И если бы существовали гарантии, то, наверное, не нужно было бы по кругу их каждый раз новые средства. Так что происходит? Вот Александр занимался, он говорит, ну понимаешь, тут такое дело, если платить, если требовать гарантии, это сразу удорожит стоимость работ. Ну так мы на круг выплачиваем больше, мне кажется. Вот, пожалуйста, кто Ярослав, первый готов я ответить? Вот расскажу, да, просто тут мы несколько раз затрагиваем эти темы относительно и получения денег. Смотрите, я вам расскажу просто, потому что я занимался этой дорогой Н-11, ну, уже на протяжении года. Уже достаточно много вещей изучил.
Расскажу о своей законодательной инициативе «Дорожный фонд». Первое. Вот и Михаил говорил по поводу акцизов, которые мы сегодня платим. 4 гривны с литра бензина. Раз. 3 гривны с литра дизельного топлива. Два. 132 евро на тонне нефтепродуктов акциз мы платим. Три. Мы платим 3% дорожный сбор, по-моему, при купле-продаже автомобилей. Вы знаете, вот Михаил задал вопрос, я 4 месяца бегал по Министерству финансов, просил, хотел узнать, сколько мы все-таки денег получаем в Украине. Так и не добился. Где-то примерно вот рассказывали порядка 20 миллиардов гривен. Вот сейчас у нас, ну до 1 января у нас акциз был 202 евро на тонну, с 1 января 230. Наведу простой пример. У нас 620 миллионов евро мы получаем за год акцизного сбора. В Польше, у которой дорожный фонд работает с 2004 года, у них акциз почти 600 евро, они получают 8 миллиардов, то есть в 13 раз больше. Германия, которая получает 50 миллиардов евро за год, ну там у них, по-моему, порядка 800 евро акциза, то есть в разы. Понимаете, я считаю, что мы должны сегодня получать акцизного сбора порядка 40-50 миллиардов гривен. Где эти деньги? Что произошло? На самом деле мы собираем эти деньги, а потом затыкаем дыры в бюджетной сфере, платим учителям, платим больницам, но на дороге выделялось в среднем там от 5 до 20%. Мы в итоге остались без дорог. Что происходит? Мы сегодня занимаемся ерундой, мы занимаемся лоббированием интересов, бегаем в кабинет министров Украины, просим деньги. На самом деле это неправильно. В итоге, что нужно сделать для того, чтобы получить деньги? Договориться. Как вы можете договориться? Только нужен либо политический хабар, как говорят, либо экономический, то есть откат. Сегодня те, которые понимают, что такое строительство, достаточно легко проверить цены. Сколько мы покупаем щебень? Это открыто. Поэтому как воруют, на чем воруют? На качестве. И поэтому в итоге мы ходим по кругу, латаем одни и те же дыры, потому что выгодно. И вот это называется лоббирование и вытрата денег, потому что все это нужно занести, порешать. И вот классный депутат, классный губернатор, который этим занимается. Поэтому дорожный фонд, Державный дорожный фонд должен был уйти от этого ручника, и мы должны были перейти на автомат. То есть мы эти деньги собираем прозрачно на отдельно расчетный счет, идет перераспределение, 35% на дороги местного значения, и потом уже мы должны просто контролировать качество дорог. Вот. Андрей Алексеевич, я понимаю, согласен. Это очень правильный ответ на вопрос, что нужно сделать. Смотрите, в принципе... на самом деле... Андрей Алексеевич, не перебивайте, пожалуйста, я же внимательно слушал. Что нужно сделать, чтобы в принципе было хорошо? Я спрашиваю, что не делается, чтобы было хорошо уже сейчас? И меня все-таки интересует ответ на вопрос о гарантиях. Можно? Да, конечно, конечно. Ярослав, ну смотрите, очень глубокий вопрос именно по ситуации, односложно нельзя сказать, да, почему сегодня такие дороги, в том числе и потому что строились по тем технологиям, в том числе потому что последние 20 лет критическое недофинансирование и оно, ну как правило, нормально не делалось, в том числе появились крупновесные или крупногабаритный транспорт, который их разбивает там за год, за два, они очень в худшем состоянии стали. Да? Тут звучало мнение о том, что у нас в Николаеве дороги хуже, чем там в других областях. Не хуже. Сегодня... Вы поверьте, вот мне просто хуже. Не хватило бензина доехать до границы с Херсоном, конечно. Чтобы показать, что там ножом можно провести границу. То же самое. Николаевская, Херсонская. Сегодня на Кабмине замглавы Укравтодора показывал интерактивную карту, где красным цветом были критические места. И она равномерно была красная. Поэтому не надо тут нагнетать. И, ну, я бы не хотел в Укравтодор, можете обратиться. Да есть фотографии, табличка это области и нормальная дорога пошла. Вот. Ну, я к этому хочу говорить. Да фотографии. Андрей Алексеевич, не перебивайте, пожалуйста, собеседника. Когда вот в условиях, я тоже, ну, как бы где-то не хочу и дорожников, может быть, оправдывать, да, потому что наверняка и воровали, и так далее. Может быть, и воруют. Просто сейчас никакие работы не проводятся, так. Но когда выделяется 10-13% от потребы, и когда стоит задача, там, допустим, ноль денег на дорогу
на участок дороги между новой, между Баштанкой и Казанкой, а там 60 километров. И вот зима идет, и тут уже ну, действительно критическая масса у народа. Эдуард Ильич, я прошу прощения. Мы всегда рассказываем, что нам плохо. Я спрашиваю, почему у нас нету гарантии под строительство? Километр дороги стоит, допустим, там 5 миллионов гривен. Есть 4 миллиона гривен, 800 тысяч. И есть 60 километров, которые надо сделать проезжаемость. И дорожники занимаются тем, чем они не должны заниматься по регламенту. Они делают какой-то аварийный ремонт, ямочный, которого нету в технических регламентах. Нет, есть поточный, капитальный и так далее. Какие гарантии? О чем мы говорим? Это первый момент. Но самая большая проблема, на мой взгляд, это то, что сегодня приводит к разрушению дорог. И мы сегодня потратим 3 миллиарда, там, допустим, упадет с неба, мы потратим, сделаем все дороги. Поверьте, если не будем выполнять закон по перегрузу или постановление Кабинета министров, дорог не будет через 2 месяца. А на сегодня правила дорожного руководства определяют, что не более 40 тонн общий вес автомобиля. Александр Ильич, очень хорошо, что затронули эту тему. Я думал, мы коснемся ее чуть позже, но у нас есть сюжет о весовых комплексах. Это тоже один из камней преткновения. Я знаю, что Андрей Алексеевич очень активно принимает участие с разных сторон в этой ситуации. У меня сразу вопрос, который потом, я надеюсь, после сюжета мы обсудим. Возможно, вы просто подумаете. Да, нету какой-то законодательной базы, как говорит Андрей Алексеевич, для работы этих комплексов. Но с другой стороны, мы, значит, не будем их ставить, даже не для того, чтобы собирать деньги, а просто чтобы не пускать перегруз в область или в город до тех пор, пока не появится база, за которую, возможно, никогда не проголосуют. Давайте посмотрим сюжет, а потом ответим на этот вопрос. Останнім часом все частіше говорять про впровадження вагових комплексів на дорогах області як про панацею для збереження дорожнього покриття, хоча б до того, доки стане коштів на належний ремонт. Це світова практика – ваговий контроль транспортних засобів на дорогах загального користування. Але в Україні вона не прижилася, принаймні масовості не набула. Минулого року спроби встановити такі комплекси поблизу Миколаєва закінчилися нічим. Звинувачення у перевантаженні в бік водіїв і зустрічні звинувачення у корупції на тих пунктах перевірки у минулі роки. Мовляв, такса за порушення, а фактично за проїзд, йшла не на утримання шляхів, а в кишені причетних. Сьогодні через критичну ситуацію на дорогах вагові комплекси в тренді. Спробуємо поверхнево окреслити позиції всіх зацікавлених сторін. Впровадження вагових комплексів підтримують і представники влади, і громадськість. Повна маса вантажівки, яка перевищує 38 тонн, є критичною для покриття автомобільних доріг. Розрахункове навантаження на вісь становить 11 тонн. Менша маса – ціліші шляхи. Маса більша понад дозволену, заборонена, тягне за собою відчутні штрафи – у Європі. У нас така практика тільки планується до впровадження. Наразі перевізникам і трейдерам такі перспективи, по суті, невигідні. Вагові обмеження, якщо матимуть місце, означатимуть зниження рентабельності перевезень для аграріїв і більшу кількість рейсів для перевізників. Як наслідок, вплинуть на обсяги перевалки збіжжя портовиками. Послуги залізниці задорогі для пересічного аграрія. Інфраструктури відповідної не вистачає. А якщо Миколаїв в майбутньому планують розвивати як транспортно-логістичний центр, хаб, то про зниження обсягів транспортних перевезень не може бути й мови. Використання вагових комплексів гальмує і недосконалість нормативної бази. На законодавчому рівні до останнього часу не опрацьована методика проведення розрахунків за перевезення перенавантажених великовагових транспортних засобів. Також не вирішено питання повноважень органу, який має право відстежувати рух великовагового транспорту. Наразі належний контроль за перевезенням понаднормових вантажів автошляхами області фактично відсутній. Наостанок питання дещо і логічного характеру. Доріг, які можуть нести граничну вагу в 40 тонн без наслідків, в області залишилося бодай півсотні кілометрів. Абсолютна більшість вдвічі меншої несучої здатності. То на яку величину перевантаження калібрувати майбутні вагові комплекси, якщо по суті вага в 20 тонн вже руйнівна для більшості миколаївських доріг? Переходити з європейських вантажівок на старі димлячі КАМАЗи і заполонити ними місто в сезон? Чому вагові комплекси намагалися ставити лише біля обласного центру? Адже логічно було б такі пункти розташовувати на кордонах області, щоб убезпечити шляхи від перевантаження на всій довжині. Більшість погоджується. Контроль за дотриманням вагових нормативів на дорогах потрібен як ніколи, але будемо відверті. Лише цим ми дороги не збережемо. Це рівняння має дуже багато складових.
Треба не лише забороняти перевантажені машини, але й шукати кошти і належним чином відновлювати дорожнє покриття відповідно до сьогоднішніх обсягів перевезень за сучасними технологіями. У нас є вже дзвінок нашого глядача, давайте послухаємо і потім повернемося до нашого обговорення. Будь ласка, кажіть. Алло, здравствуйте. Добрий вечір. Я хотів би задати вопрос от депутату Водотурському. Пожалуйста, задавайте. Алло. Так, ну, то, що не було на розбіл дороги, це аксіома, це ясно. Ну, я хотів би лично к нему. Як от інформація була, що ви получили субсидию на жилье в Киеве как депутат. Спасибо большое, но все-таки давайте, пожалуйста, останемся в рамках темы нашей передачи. Мы говорим о дорогах. Андрей Алексеевич. Ну, о дорогах, ну а что вот может предложить ваш тот же Водотурский? Андрей Алексеевич, здесь для того, чтобы ответить как раз на первую часть вашего вопроса и о Небулоне, и о своем вкладе в решение транспортной проблемы. Спасибо. Андрей Алексеевич, если считаете нужно, можете о субсидии не отвечать. Да ради бога, я писал уже неоднократно, объяснял это. Посмотрите в интернете, если вы пользователь. Я объясню следующее. Да, вот в России считают, что виноват в плохих дорогах Обама почему-то, да. Вот у нас считают, что Небулон, да. Я объясню, на самом деле, на терминале дороги были построены в 2002 году. Это как раз самая большая концентрация грузовиков, наверное, в Украине. То есть, которые разворачиваются там практически на месте. Но на самом деле дороги остались нормальные. Почему? Да потому что их строили нормально. Раз. Второе. У Небулона всего-навсего 60 грузовиков, которые перевозят зерно. Поэтому 60 грузовиков разбить дороги не могут. Следующее. Я уже устал объяснять, что на самом деле, и здесь подана информация некорректно, зерновые компании, которые занимаются перевалкой, да им все равно, как вы перевезете это зерно. На самом деле это просто составляющая транспортная, которая ложится, если кто-то понимает ценообразование в мире на продукцию, на сырье, то есть мировая цена, которая просто складывается минус фрахт, минус перевалка, минус доставка по земле. Либо это автотранспорт, либо это железная дорога. Поэтому, если мы сегодня говорим о том, что давайте будем ограничивать весовыми комплексами вес, я согласен, нужно, но это должно быть в комплексе. Это одно из условий. Но если мы сегодня будем ограничивать, я хочу вернуться просто к этому. По какому весу? 40 тонн, да, не вопрос. Так у нас всего-навсего в Николаевской области 50 километров. Давайте мы поставим на эти 50 километров весовые комплексы. Что мы будем ограничивать по дорогам? Например, Н-11 на Казанку 24 тонны. Так что мы тогда будем КАМАЗом перевозить? Да не вопрос. Поэтому это одно из комплексных решений. На самом деле была создана рабочая группа в Министерстве инфраструктуры с учетом там 6 или 7 депутатов, которые входят. Мы за год проработали. Первое. Передача дорог на местного значения на места. 0954 законопроект. Второе. Финансирование их. Это через дорожный фонд, который прописывает, как это нужно финансировать. Третье. Разработка новых технологий строительства дорог и их строительства. Четвертое. Это контроль над строительством независимой. Пятое. Это весовые комплексы. И только в этом случае это будет работать. Потому что все остальное, если мы будем ставить весовые комплексы на тех разбитых дорогах, это просто весовой комплекс, как автомат для получения денег. Не секрет, что весовой комплекс зарабатывает 1 000 000 гривен. Мы просто уже через это проходили. Эти деньги не идут на дороги. Это деньги, которые идут просто на взятки. Я в самом начале, в прошлом году, предлагал пилотный проект. Кто-то, может быть, следил с николаевцев. Я предложил поставить весовые комплексы. Я за весовые комплексы. Но для того, чтобы собирать эти деньги, для того, чтобы пошли эти деньги на дороги. Но, к сожалению, я не смог найти юридического инструмента, правильного, законного инструмента взыскания этих денег. И министерство не поддержало.
Но, к сожалению, я, честно говоря, не понимаю, почему меня обвиняют в том, что я против весовых комплексов. Да я за. И вы знаете, не было на самом деле единственная компания, которая от этого выиграет. Потому что столько денег, начиная с 2008 года, компания инвестировала в строительство водных элеваторов. Купили судостроительный завод, строят баржи. Поэтому перекрывайте улицы, перекрывайте дороги, я вам только спасибо скажу. Но вы знаете, через год после этого, на самом деле, будет обвинять Небулон в том, что он пролоббировал эти весовые комплексы и разрушил все равно дороги. И сколько вот не говори, все равно эти аргументы просто, ну вот, не слышат. Я хочу народного депутата поддержать. Мы, мне кажется, начали искать... Так, а сколько на самом деле стивидоров, понимаете, вот, ну дебилизм. С одной стороны, мы перерезаем ленточки, строим элеваторы, но не инвестируем в дороги. Раз. Второе, принимаем на сессии стратегию развития, где мы увеличиваем перевалку с 27 миллионов до 40 миллионов и тут же ограничиваем перемещение по дорогам. Где же логика? Андрей Алексеевич, позвольте, сейчас Михаил Владимирович дам слово, Петра Цицилина тоже. Обама виноват. Уважаемого зрителя прошу подождать немножко, но просто чтобы не перерывать нить разговора. Петр Алексеевич, простите, пожалуйста, Андрей Алексеевич, я вот просто хочу понять. И для того, чтобы зрителям было ясно, я неоднократно приглашал на программу различных представителей блока Петра Порошенко в Николаевской области, потому что я понимаю, что это действительно серьезная сейчас фактически правящая партия, и она во многом ответственна за те процессы, которые на законодательном уровне и на исполнительном уровне происходят в стране. Вы оказываетесь наиболее ярким, наиболее готовым к диалогу, наиболее готовым к выступлениям, к позиционированию собеседникам, политикам. Скажите, пожалуйста, вы сейчас выступаете исключительно как Андрей Алексеевич Вадатурский, либо же вы все-таки представляете собой некую политическую силу, чтобы мы просто понимали, как вот можно дальше обращаться, как дальше вести разговор? Я народный депутат от блока Петра Порошенко, да, выбрали на 130-м. Да, кстати, надо сказать, что вы, пожалуй, единственный из них дисциплинированный кандидат, когда голосовали по поводу отставки премьера, вы проголосовали за отставку, в то время как многие депутаты, которые входят в БПП, в Николаевскую областную организацию, депутаты Верховной Рады проголосовали против. Так что, наверное, вы последовательно, в общем-то, проводите линию именно президента. И в данном случае мы можем говорить, что все, что вы говорите, это в любом случае так или иначе связано с глобальным пониманием ситуации в стране. Тогда объясните, пожалуйста, почему те законы, которые вы предлагаете, при том, что существует коалиция, существует достаточно голосов, не принимаются? Хорошо, давайте я вам скажу просто вот относительно дорожного фонда. Вот на самом деле очень обидно. Почему? Потому что Яценюк в августе пишет о том, что этот нормальный закон, который позволит решить проблемы с дорогами в Украине, но с другой стороны в январе Народный фронт просто не голосует. Всего 20 человек. И в том числе, там, можете посмотреть, как народные депутаты от Николаевщины проголосовали, но я пригласил нормальных людей с Народного фронта в соавторы для того, чтобы они решили этот вопрос. Почему? Да потому что выгодно вот поехать, выбить, договориться. Вот почему? Потому что теряются инструменты влияния на эти вещи. Вот и все. Поэтому 140 человек проголосовало, 140 депутатов. Понимаете, когда задаешь вопрос, почему, есть коррупционная составляющая. Какая коррупционная составляющая? Мы говорим об автомате, отдельный счет, как раз все выносится из тени. Что еще нужно? Вы знаете, вот ко мне подходили потом депутаты, которые являются соавторами, говорят, знаете, там было такое предложение, кстати, из Народного фронта, давайте поставьте руководителем Укравтодора нашего человека, и мы проголосуем. Понимаете, вот как решаются вопросы. Никто не хочет сегодня отдать эти рычаги управления. Ручник, договорники не нужно. Нам нужно принимать решения. Вот как... Андрей Алексеевич, спасибо, понятно. Тогда еще один вопрос, тоже не касающийся темы дорог, но в любом случае касающийся коррупции. Вы заявляли о том, что вам предлагали, если не ошибаюсь, 700 миллионов, да, за неголосование. На самом деле предлагали просто финансирование этой дороги.
Да, то есть я спрашиваю, какая сумма? Говорит, мы примерно знаем, какая сумма нужна для решения этого вопроса. Скажите, пожалуйста, были уже какие-то, ну то есть фактически вас, депутата от блока Петра Порошенко, пытались купить, ну тем или иным способом. Скажите, пожалуйста, были уже какие-то слушания в антикоррупционном комитете? Ну нет. То есть это же серьезная проблема. Ну нет, не было. А вас вызывали? Или... Нет, не вызывали. То есть просто как вы видите перспективу? Это заявление было сделано? Да на самом деле сделано... это тоже очередная профанация. У нас 360 тысяч чиновников в стране, из них 40 тысяч борются с коррупцией. Мы каждый год создаем один орган, который борется с коррупцией. Поверьте, понимаете, если мы сегодня реально за 2 года не посадили никого с окружения Януковича, при том, что сколько там уже подписей, сколько там фактов должно быть, вы считаете, что НАБУ на основании смс-ок или разговора кого-то накажет? Ну, на самом деле, это просто оттяжка по времени, это просто вот, ну, процесс. Понятно. Спасибо, Михаил Владимирович. Говорите, пожалуйста, и сразу после Михаила Владимировича я дам слово зрителю, если вы дождетесь, пожалуйста. С тезисами, которые сейчас депутат народный озвучил, хочу сказать, что мы сейчас пытаемся, вот нас телезритель немножечко пытается отвести и предлагает нам поймать кошку в темной комнате. У нас в области в 2012-2013 году работали весовые комплексы. На моих глазах, я просто как водитель, проезжая мимо весовых комплексов, даже останавливался. Смотрю, на фуре там какой-то значок висит. Она явно перегружена, явно огромная. Она проезжала мимо, и гаишники, и палочкой еще махали. А фуры, которые неказистые, без этих специальных символов, останавливались. Я остановился, с водителями просто начал разговаривать. У нас в области в 2013 году, во времена режима Януковича, когда репрессии были массовые и так далее. Мне водители говорят, вот видите, красивые модные фуры, новые. Их в отличие вот у Небулона 60 автомобилей, а у этой компании 1000 автомобилей были, которые ехали по нашей области. Они говорят, это сына Януковича, мне шепотом водитель говорит. И им зеленый свет почему-то. И там и 40 тонн, и 50 тонн, и нагрузка на ось бешеная. Жара в это время более 30 градусов и так далее. И наши дороги давились просто со страшной силой и уничтожались. Поэтому я абсолютно согласен с мнением народного депутата, который, кстати, наиболее дисциплинированный, мало того, наиболее эффективный лоббист нашей области, Верховной Раде. Причем я не заметил, наблюдая со стороны, из прессы и так далее, каких-то элементов, тут намеки такие были, ну, лоббизма какой-то одной из компаний, допустим. А это лоббизм интересов области. И я хочу сказать, что сегодня те принципы равноправия, они абсолютно справедливые. Вот почему, например, у нас в Южноукраинске прекрасные школы, прекрасные больницы и дороги хорошие. Потому что когда-то группа народных депутатов, я тоже в них входил, создала закон про захист 30-километровых зон вокруг атомных электростанций. И сегодня защищенная статья бюджета 20 миллионов гривен в нашу область благодаря этому закону поступают. Их нельзя никуда по-другому использовать, кроме как на Южноукраинск, Арбузинку и так далее, и так далее. Как так получается, что мы собираем 20 миллиардов, и Андрей Алексеевич очень правильно говорит, в ручном режиме, под столом, их неизвестно куда направляют. В нашей области от миллиарда должно поступать гривен, учитывая транзит и учитывая использованное топливо. Это же как лакмусовая бумажка. Я написал запрос в Минфин, написал в налоговую службу, написал в статистику. Молчание ягнят. Михаил, почему? Я вам скажу, потому Небулон что... за прошлый год заплатил, одна компания, 380 миллионов вот гривен пример. Акцизного сбора. Вот пример. Одна компания, вот это пример. То, что мы знаем. И эти деньги ушли на Киев, которые вот сейчас одной только из компаний уплачены. В Киеве неизвестно, как под сукном распределены. В нашу область не вернулись. То, о чем говорит сейчас народный депутат, это значит справедливое, равноправное, пропорционально платежам, без режима ручного управления яйцунюками, которые потом говорят, давайте мы вам тут перечислим куда-то там, поможем в чем-то, а вы за нас проголосуете. Это же беспредел. Это же злоупотребление служебным положением в особо крупных размерах. Это разве не очевидно? Я не понимаю. Вот то, что сейчас вы говорил Тарас Кремень о том, что все-таки выбили эти деньги. Смотрите, я понимаю, смотрите, что, наверное, неправильно выбили. Нашего, да? Нам дали часть Ярослав, нашего. На самом деле, так вот нет, где это деньги, которые реально зайдут? Правильно? Да вы знаете, просто столько людей вокруг этой темы уже пиарится. Вот если вы проанализируете, кто сколько уже выбил, но я единственно радуюсь, что все выбивают на дорогу Н-11, да, которая проходит, ну, на моем округе. Я вам хочу сказать, вот давайте мы вернемся в октябре месяце. Была статья в газетах, Мериков выбил 52 миллиона гривен на эту дорогу. Где эти деньги?
сегодня противоречивая информация. Давайте, у меня Петр Цицилин тянет руку с начала. Смотрите, я просто назову пару цифр. Вот сегодня мы говорим о противоречивых вещах. 20 миллиардов гривен, беспрецедентное количество денег выделяется. Где эти деньги? Почему опять говорили 200 миллионов? Потом подняли... Депо, наверное, виднее, почему эти деньги к нам не идут. Но да, мы же отсюда не можем забрать. Дело в том, забрать. Что это будет еще полгода такая ситуация. Все будут ходить и бегать там. Тот поехал, добился каких-то 50 миллионов дополнительно. Хотя уже об этих деньгах мы все знали. Там 200 миллионов. Потом проходит совещание кабинета министров. Уже 100 миллионов. Понимаете, тут уже просто не успеваешь следить за этой информацией. Почему? Да потому что ручник. А потом еще нужно, вот пока вы дождетесь этих денег. С другой стороны, мы сейчас уже начинаем делать работы. Опять в долг, опять непонятно под что. И с другой стороны, придут этих 100 миллионов гривен, спишутся, освоятся. И поверьте, дороги не будут. Да, что гарантии мы с дорожников да не будет никогда. Никаких гарантий. Петр Цицилин, пожалуйста. И потом звонок зрителя. Если вы дождались, то подождите еще буквально пару минут. Петр, пожалуйста. Здравствуйте. Я хочу вернуться к обсуждению вопросов, заданных раньше. А как вот нам уйти от скользких моментов, когда деньги уплывают? Есть несколько простых вещей в мировом опыте. Не надо, Андрей Алексеевич, разрабатывать новые технологии. Все придумано до нас, вы же знаете. Дороги можно строить по хорошим технологиям и хорошими процедурами, проверенными временем. Надо просто привлечь эти технологии к нам. А именно, вот сейчас с 1 апреля начнет внедряться система Прозора, которая позволит убрать часть коррупционной составляющей. Я не надеюсь, что мы всю ее уберем, но часть уйдет, потому что мы перейдем на электронные торги, которые исключат ряд моментов. Это первое. Второе, нам надо уйти от того, что служба автомобильных дорог Укравтодор сам контролирует работы. Если у нас есть заказчик, это город, это область, то он должен каким-либо образом, мы должны прописать это в процедурах, в законодательных актах каких-то, привлечение независимых технадзоров, как это практикуется в проектах Мирового банка, а именно по процедуре ФИДИК, то есть это федерация инженеров-консультантов, которые отвечают за, ну то есть они фактически служба представителя заказчика в проектах. Им отдаются какие-то деньги, но они контролируют и отвечают головой за это. И тогда гарантия автоматически включается, потому что эти люди контролируют все. А не человек, который получает зарплату в Укравтодоре и идет проверять то, что Укравтодор наделал. Вы понимаете, о чем речь, да? Петр, спасибо. Давайте все-таки послушаем зрителя. Ну, тогда буквально очень коротко, потому что зритель ждет уже... Хочу просто прокомментировать ситуацию по поводу обвинений в ваш адрес, Андрей Алексеевич. Да проблема не в вас. Проблема в том, что во всей стране, в Николаеве и в области существует мощное лобби перевозчиков, которое просто кладет на интересы города и области. Это. На самом деле перевозчика, я вот задаю вопрос, как вы считаете вообще, если у вас колесо завтра отлетит, которое стоит 1000 евро, да они же в этом не заинтересованы. Они первые вам скажут спасибо, если все будут возить по 20 тонн. Да потому что они будут беречь свою технику. Как вы это понять не можете? Вспомните лето, когда у нас было ограничение по тепловому режиму, и перевозчики напрочь отказывались контролировать свой вес, да, когда ставили эти весовые комплексы, обвиняли нас всех в коррупции и меня лично. И вы там первые бегали и кричали, так, и защищали. Господа, я прошу все-таки дать возможность зрителю задать вопрос, потому что он очень долго ждет. Я объяснил, я стою Андрей на Алексеевич, стороне подождите, закона. Да? То, что вы хотели сделать незаконно, это неправильно. Я вам сказал, что весовые комплексы должны быть. Вы сейчас говорите о независимом контроле, это не новое. Андрей Алексеевич, ну я дурак, только Татьяна Васильевна говорила, вот не слушая никого. Давайте все-таки послушаем зрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Да. Алло. Спасибо, что дождались, говорите. Да. Студия, добрый вечер. Здравствуйте. Моя фамилия Губчин Владимир Федорович. Я уже пенсионер и технар, как говорится. Тут Водотурский сказал правильные, четкие, экономические и посредственные это самое. То есть на 100%. Это умничка и перспективный человек. Но дело не в этом, не в нем. А дело в том, как мы доходим, значит, до наших справ, будем говорить. Есть такая, значит, фундамент любой делена. Посмотрел, подумал, сделал. А теперь давайте решить вопрос. Причина и последствия вот этой Новобузской дороги. Я ездил и смотрел. Первая причина. Дороги не ямочные, а поперечные разрывы.
Почему поперечный разрыв? Там грунтовые воды. Это раз. Молодежь, слушайте сюда. Что нужно сделать с этими поперечными разрывами? Вместо акации садить нужно орех. Орех, спасибо, спасибо. Это классная тема, но я вот думаю, что ботаническую составляющую мы обсудим позже. Спасибо. Господа, я предлагаю посмотреть еще один сюжет. Он косвенно касается нашей программы, однако здесь для того есть и Юлия Мискевич, и целый ряд наших активистов. О том, вы говорите, нету денег, да? Вот город и область ежедневно, не то что там теряют, потому что они чего-то не знают, а старательно, обеими руками закрывают глаза, да еще, наверное, просят товарища прибинтовать эти руки, чтобы случайно как-то не открыть. Они не хотят видеть тех сотен тысяч, а то и гораздо больших объемов денег, которые просто лежат на дороге, на городских дорогах, и собираются кем угодно, но только не городом и не областью. Давайте посмотрим сюжет. Міський бюджет поповнюється за рахунок податків та субвенцій. Але чи отримує місто всі передбачені законодавством кошти з приватних підприємців? Скільки в місті розташовано незаконних торговельних споруд, починаючи з маленьких кіосків і закінчуючи чималими магазинами та генделиками? Челентанина, Дзержинського і проспект Леніна виділялась по факту, по документам, по 10 временних сооружений. А на самом деле ми бачимо, що там стоїть сооружение, не просто сооружение, а здание з фундаментом. Раз під це заведення не було виділено земля, куди уходять гроші? Тільки у Ленінському районі незаконних забудов 46, в Заводському – 11. Юлія Міскевич багато років намагається дослідити законність споруд, що розташовані поблизу центрального ринку міста, який з усіх боків обступає стихійна торгівля – ядки, прилавки, намети, кіоски та магазинчики. Центральний ринок, наприклад, по вулиці Рюміна законних там, по документам 5 или 6 всього лиш кіосків. А по факту ми знаємо, скільки там їх. Целая улица от проспекта Ленина до Дунаева. Кто-то же берет с этих предпринимателей деньги, куда-то же они уходят. Схожа ситуація зі сміттєзвалищами. По факту їх три, законне лише одне. І кому належать інші два – невідомо. Місцевий бюджет втрачає кошти із ритуальних послуг. В місті близько 15 кладовищ, більшість з них – приватні. Ритуалка на сегодняшний день минус 400 тысяч. Это коммунальное предприятие, которое принадлежит городу, а его почему-то загоняют в минус. У нас в день умирает в среднем 30 человек. По закону место на кладбище, земля на кладбище бесплатная. По факту мы знаем, что с людей требуют минимум 10 тысяч гривен. Окрім земельних ділянок, на яких міський бюджет втрачає найбільшу частку коштів, існують ще й водні акваторії. Три найбільших торгово-промислових порти готові сплачувати місцевий податок з акваторій. Але чинне законодавство не дозволяє цього робити. Тому гроші йдуть невідомо куди, але тільки не до міської скарбниці. Зараз цим питанням активно займаються народний депутат Артем Іллюк та депутат обласної ради Олег Мудрак. Мають надію, що з допомогою міської влади можна владнати на рівні законодавчих норм сплату податку з заводні акваторії в міський бюджет. Самые примитивные расчеты показали, что по итогам 2015 года в этой законодательной неразберихе город недополучил как минимум 39 миллионов гривен. То есть сумма очень большая. Вот, и если тщательно просчитать и тщательно этот законопроект насытить смысловым содержанием, то я думаю, что в реалиях город сможет получить больше. Далі ще одна проблемна тема – Миколаївський автовокзал. Він також оточений магазинами та прилавками, які торгують продуктами харчування і алкогольними напоями. Ніхто з продавців документів на оренду, ліцензію на продаж спиртного не має. Крім того, на території автовокзалу є зупинка автобусів «Миколаїв-Коблево-Одеса». Належить вона нібито підприємству «ПІК», який і володіє даною частиною землі. А от маршрутні таксі не можуть там зупинятись, адже на зупинці відстоюються перевізники міжміського транспорту.
Эта фирма ПИК в 2006 году первый раз заключила, ну, решением исполкома, горсовета выделили землю, 39 квадратных метров, с целевым назначением обслуживания остановочного навеса. Мне, как юрист, это немножко непонятно, потому что я редко вижу такое целевое назначение, когда землю берут в аренду, обслуживание остановочного навеса. Ну, понятное дело, что этот навес, наверное, делали для чего-то, чтобы, ну, в итоге сделали автостанцию. Отже, рішенням дозволено лише обслуговувати зупинку, а не робити з неї ще один міні-автовокзал. І це лише маленька частка підприємств, яка не сплачує податки законними шляхами. Тим самим породжуючи корупцію, недовіру до влади та в цілому шкодить іміджу міста. То комунальное имущество, которое есть у города, город он должен им зарабатывать. То есть, если у нас есть какие-то объекты имущества, которые мы сдаем в аренду, то мы должны повесить их в интернете и дать их на конкурс, чтобы люди боролись за них. В течение года мы закончим по имуществу и, думаю, в течение, ну, как бы, двух лет мы сможем разобраться с землей. Сейчас мы по факту столкнулись с тем, что город не принадлежит, земли города не принадлежат горожанам. Итак, вот, собственно говоря, деньги, которые валяются на дороге. Кстати, Иван Михайлович Владимирович тоже, насколько я знаю, пытаетесь наконец-то заставить аэропорт, в который мы вкладываем на каждой сессии очередной миллион на погашение непогашаемых долгов. Тоже пытаетесь заставить это работать. Нам, к сожалению, он достался со времен режима Януковича с заготовочкой такой домашней, порядка 40 миллионов гривен долга. Видимо, пытался руководство области тогдашнее таким образом его прибрать в частные руки, и мы сейчас выходим из этой ситуации. Я надеюсь, что авиационный транспорт заработает у нас до конца года, и мы восстановим полеты по Украине, за рубеж. Но это отдельная сложная тема. Самое главное, что один из представителей этого самого руководства области, о котором вы прозрачно намекаете, сейчас получает наши деньги в качестве официального помощника депутата от блока Петра Порошенко. Поэтому я думаю, что на самом деле никто не забыт, ничто не забыто, но им все прощено. Евгений, вы хотели что сказать? Да, по поводу, давайте вспомним ваш вопрос по поводу гарантийного ремонта. Николенко. Гарантийный ремонт на тот дорожный ремонт, который предусмотрен в этом году. То есть вы все должны понимать, что весь этот ремонт состоит из видов ремонта. Да? В этих видах сидит ямочный ремонт. Так вот, ямочный ремонт, он априори не имеет никакой гарантии. Это ваш ответ, Ярослав. Поэтому у нас нет гарантии. Сколько, какая доля ямочного ремонта, Саша, у нас? Сколько у нас процентов? Ну, если служба автомобильных дорог 3 года не получает денег на капитальный ремонт, на новое строительство, а все на эксплуатацию. То есть размазываем мы деньги на ямочные. Вы можете это называть как угодно, понимаете, но факт остается фактом. То есть у нас недофинансирование, вследствие которого мы не можем потратить деньги ни на текущий ремонт, ни на капитальный ремонт, в которых предусмотрены какие-либо гарантии. И единственный выход, который у нас есть, это ямочный ремонт. Мы тратим деньги на ямочный ремонт из года в год, на который не может быть гарантии никакой. Хорошо, вот замкнутый круг. По поводу того, что по поводу дорожного фонда. Угу. За него не проголосовали в этом году. Все, смиритесь. Но не в этом году, нет. Да, все равно мы будем выставлять его еще. Будем выставлять. Андрей, я реально очень благодарен вам за эту законодательную инициативу. Это реально классный законопроект. И все депутаты, которые за него не проголосовали, они как бы, нам не други, да? Вот. Почему за него не проголосовали? Коррупционная составляющая, не коррупционная составляющая. Главная причина – в бюджете огромнейшая дыра. Огромнейшая дыра, в которую затыкают эти деньги, которые должны пойти на это. Нецелевое использование. Да, вот и все. И эту дыру больше нечем затычь. Да? И вот Ярыська завернула этот законопроект. У нас нет этого законопроекта, у нас нет денег. Да? Нет, она в итоге уже была согласна. Мы нашли компромисс, как будем переходить между первым и вторым чтением. Уже мы должны были отработать. То есть там и долги уже гасились. То есть там было решение. Ну, включились какие-то закулисные игры 100%. Андрей Алексеевич, все-таки объясните. Вы законодатель, да? И, как мы выяснили, вы не просто там некие внефракционные. Ну, вот там не согласны, да, и действуете сами по себе. Вы себя осознаете частью политической силы Петра Порошенко, президента Украины. Вы, еще раз подчеркиваю, один из наиболее дисциплинированных кандидатов, то есть сказал Петр Алексеевич, что он не доверяет Арсению Петровичу, вы проголосовали за отставку, чего не сделали многие ваши однопартийцы. Ну вот,
вы знаете, да, вы последовательный, вы дисциплинированный. И есть фракция, которая, ну, наверняка же ценит вашу последовательность и дисциплину. Так почему же эта фракция не голосует за тот закон, о котором вы говорите? Ну, во-первых, наша фракция голосовала. Это вся? Раз. Не вся. Второе. У нас фракция никогда 100% не голосует ни за один закон. Третье. А почему? Не, фракция, потому что, в принципе, есть демократия. И каждый имеет право голосовать так, как он считает нужным. Даже после решения фракции. И это никаких последствий не несет? Есть разбор полетов, но главное, ты должен заявить о своей позиции. Но позицию ты можешь иметь. И вы можете проанализировать. Я думаю, вы не найдете ни один закон. Ну, может, там пару. А как насчет политической ответственности? Да нормально все. На самом деле, как раз у нас нормальная бурная дискуссия во время заседаний фракции. Единственное правило, если ты не согласен, ты должен об этом сказать на заседании фракции. Вот и все. Но не промолчать, а потом прийти и проголосовать, как ты считаешь нужным. Позиция приветствуется во фракции. Поэтому я считаю, то, что там сказал Петр Алексеевич, проголосовали, ну, так не совсем корректно. Я бы хотел бы вернуться просто к вашему сюжету и сказать, ну, я не буду комментировать пески, да, не очень понимаю в этой теме, но хочу поддержать вот как раз инициативу Ильюка и Мудрака. Я на самом деле понимаю, что это такое, потому что есть коллюзия двух законов, один связанный с землей, другой связанный с морехозяйственной деятельностью. Когда гладь поверхности воды отдается, допустим, государству, и никто другой не имеет права, а землей распоряжается город. Я знаю просто, что Нибулон платит за эту землю уже сколько там, 5-7 лет, по-моему, там сумма больше 2 миллионов гривен. Это один источник дохода. То есть это, в принципе, привести это в порядок, и можно получить деньги от этой земли, от всех портов, которые у нас есть, да. Второе. Я зарегистрировал законопроект, связанный как раз вот с работой и города, и порта, и выделением денег на инфраструктуру. Есть такое предприятие, администрация морских портов Украины. Очень такая, ну, таемно, да, организация. Вы знаете, что мы, это предприятие заработало 4,9 миллиардов гривен в прошлом году и ни копейки практически не потратило, ну, только зарплаты, никаких инвестиций. Что происходит? Я ошибаюсь, или ваш однопартиец Борис Юрьевич Козырь имеет отношение к этой имеет администрации? Имеет отношение. Он, в принципе, за эту организацию, он считает, что эта организация должна быть, то потому есть, что нам если нужно... я правильно вас понял, вы хотите сказать, что ваш однопартиец, член фракции блока Петра Порошенко, Борис Юрьевич Козырь, у которого, кстати, официальным помощником является Геннадий Борисович Николенко. Это никого не смущает ни в какой из пар, ни в областной, ни в какой бы то ни было другой организации БПП. Вот фактически недоплачивают бюджет? Да подождите, или... при чем здесь нет, подождите, вы говорите, есть такая организация, которая я не платит. Я не говорю о том, нет, смотрите, на самом деле они заработали 4,9 миллиарда гривен, это государственная компания, но эти деньги они разместили практически все на депозитах. Я к чему? Я внес законопроект, который позволяет акционировать эту компанию. То есть сделать акции, 50% остается в порту, и эти деньги направлены на дноуглубительные работы, на реконструкцию причалов, все, что связано с причалами. А 50% должно уйти на землю. То есть 30% дохода должны распоряжаться депутаты городского совета и 20% областного. Это как раз дополнительный источник для тех городов, в которых находятся порты, чтобы не было таких вот, ну знаете, закликов там, ой, давайте сейчас ограничим машины. Хорошо, а почему? Уже голосовали потому за что... закон? За какой? Ну вот за это, о котором вы говорите, вы внесли вот это предложение. Это его же... еще не голосовали, его еще не рассматривали на комитетах. Профильных. Я вам хочу сказать, что я внес еще в феврале месяце прошлого года законопроект, который просто ликвидирует администрацию морских портов Украины. Он даже еще не прошел комитет за год. То есть там просто политическое решение, что нам надо. Да, признают, есть коррупция, но мы будем бороться с коррупцией потом. Каждый день это заработок. Вот и все. Хорошо, спасибо. Два коротких комментария наших экспертов, они уже говорили. Игорь Пух, пожалуйста, да. У меня маленький вопрос, Андрей Водотурский. Вы, как вы считаете, в этом году эта Верховная Рада примет закон про дорожные фонды? Это к вопросу, будут ли у нас дороги в следующем году? Да подождите, ну на следующей неделе мы будем принимать решение, с каким урядом мы будем дальше идти, раз. А после этого мы будем принимать решение, будет ли вообще Верховный Совет работать, да, потому что на самом деле сегодня бардак.
Есть коалиция или нет? Есть оппозиция сегодня или нет? Вот давайте мы с этими терминами... Скажите, зачем нужна коалиция, в которой каждый голосует как хочет? Да на самом деле, вот вопрос. И в коалиции, которая критикует Иурят. И Иурят, который остался благодаря не коалиции, которая хотела его снять, а оппозиции, которая поддержала. А благодаря демократии в блоке Петра Порошенко, где каждый голосует как хочет. Евгений Воловой, пожалуйста. На самом деле там проголосовали другие партии, вы это видите. Андрей отчасти прав, у них бардак. Не у них конкретно в БПП, а вообще в целом там в Верховной Раде. А в стране. Да, и нет. У Петра Алексеевича тоже там небольшой крутится. Все-таки по дорожному фонду. Его не проголосовали. В условиях бардака кто-нибудь верит, что его проголосуют в этом году? Нет, его не проголосуют в этом году, к сожалению. Наверное, вот я, смотрите, может на быть, самом деле, слишком пессимистично, но, скорее всего, без разницы, когда его проголосуют, в мае, в сентябре, да, все равно действие наступит, если пройдет первое, второе чтение, с 1 января 2017 уже года, да. Поэтому надо дождаться Урят, нужно понять, с кем мы идем, разработать дополнения, внести правки, чтобы уладить все эти выплаты по долгам, да, вот эти дырки, переход, за 3 года, перейти. Идет. Но это единственный способ. Я других не вижу. При самом лучшем истечении обстоятельств мы заживем в начале 2017 года. Это при самом лучшем строить дороги. Вот сейчас начнем. Меня интересует, Саша, что мы делаем сейчас. Да? Смотрите, мы должны дороги за что-то сейчас строить. Давайте. У нас есть Укравтодор, который нам со своего барского плеча выдает какие-то деньги. Это не он выдает. Ну, я понимаю, что это не он не дает, но по факту мы к нему нападаем. Слушайте, на самом деле, я бы не завидовал бы этой организации. С них требуют, да, но с другой стороны, понимаете, вот скажите, сколько у них будет денег в этом году? Какие плановые работы они могут сделать? Мы сегодня в марте месяце, когда все хотят уже ездить по дорогам, а мы вот слушаем героизм депутатов, которые приехали в кабинет министра Украины. С одной стороны, не принят закон о дорожном фонде. Его не будет вообще в ближайшем обозримом будущем. С другой, реальные депутаты, которые все-таки что-то сделали, и вы говорите, что это плохо. Что вас сделали? Не понимаю. Что сделали на самом деле депутаты? Вот, поехали, думать, сделали селфи. Нужно думать о другом. То, что они сделали, этого недостаточно. Это капли в море. Хорошо, выход. Ярослав, селфи не поможет. Давайте я два слова еще. Сейчас секунду, пожалуйста. Глаза открою. У нас в государстве на самом деле есть целый ряд разных возможностей на законодательном, исполнительном уровне, предусмотренным бюджетным кодексом, каким образом финансировать эти направления. Мы сейчас вот целый ряд вопросов рассмотрели, и поверьте мне, что мы силами областной власти, областного совета все-таки добьемся, какие непосредственно суммы с точностью до копейки на базе данных налоговой службы, там, статистики и так далее, перечислены в бюджет из нашей области, именно на эту цель и добьемся целевого использования, часть из которых уже там Кабмин нам бросил, там дал в виде 200 миллионов и так далее. Хотелось бы, чтобы они еще в службу автомобильных дорог попали. Чтобы Но есть еще направления, которыми мы сейчас занимаемся. Я вам скажу, три направления, это не секрет. Андрей Александрович, смотрите, я хочу сказать, есть, например, в связи с тем, что мы вступили в ассоциированное членство с Евросоюзом, есть от евроинституций возможности финансировать такие направления, как строительство дорог, строительство транспортной инфраструктуры, это называется. Есть так называемая вторая волна финансирования от ЕИБА называется. Это Европейский инвестиционный банк. Это вторая волна, она в этом году наступила. Она в себе содержит 400 миллионов евро. Это более 10 там, или сколько, миллиардов гривен. Мы сегодня готовим от области просьбу, причем это безвозвратные деньги, это в плане, как говорится, финансовой помощи направляются. Первая волна была 200 миллионов, она не касалась транспорта. Вот. Я уверен, что мы сможем значительные суммы получить и направить на наши автомобильные дороги. В связи с тем, что они в этом году, Европейский инвестиционный банк 400 миллионов евро раздает в Украине. Вы здесь не видите ЕИБ, нет? Здесь помещение не видите? Есть просто областной совет, который занимается формированием. Мы создали офис, мы создали на волонтерских основах сейчас коммунальное предприятие по привлечению грантовых средств создаем. Также есть такая организация, как НЕФКО. Это скандинавские в основном, европейские и скандинавские средства, которые в значительных объемах поступают. И в том числе сегодня мы их будем привлекать в нашу область. Поэтому вопрос, это невозвратные средства. В отличие от денег ЕБРР,
Ну, ЕБРР кредитует просто на льготных достаточно условиях. Я сейчас перечисляю средства, которые предоставляются, как говорится, благотворительно. Гранты. Я, например, привлекал средства японские в 2007-2008 году по Фидиковскому контракту, о котором сейчас упоминал наш коллега, в размере 220 миллионов долларов США на строительство терминала D, который сегодня главные международные ворота в государстве, в Борисполе. И нам их предоставили на 30 лет. Под там 0,75% годовых, где первые 10 лет мы вообще даже ни тело, ни проценты не гасим и так далее, и так далее. То есть существует целый ряд международных институций, которые находятся уже в том числе в Украине, предоставляющие нам на разных условиях финансы, в том числе безвозвратных, безвозмездных. Поэтому у нас на самом деле возможностей много. И мы очень напрасно сейчас пытаемся нападать на одного из 450 представителей законотворчества, которые не являются исполнительной властью. С ЕИБом должна работать в том числе исполнительная власть, а не законодательная. Это возможности, которые у нас появились благодаря ассоциированному членству с Евросоюзом. Таких возможностей будет больше. Поэтому я уверен, что в споре истина рождается. Мы ищем пути, и у нас открываются новые возможности. Поэтому хотелось бы, чтобы мы правильно понимали эти процессы. И мы добьемся, я уверен, того, чтобы те деньги, которые наша область, центральный бюджет перечисляет, мы просто спросили у центральных органов власти, исполнительных, товарищи, а тот, образно говоря, миллиард гривен там, или полтора, который перечислен, не забыли ли нам в этом году нам вернуть в качестве инвестиций в автомобильные дороги? Вот перед нами находится новый начальник службы автомобильных дорог. Он второй или третий месяц только вы в должности, да, находитесь? Нам... Какое имеет значение? Да-да, ну, нам сложно, например, сейчас ему претензии какие-то или вообще вопросы даже сложно задавать. Можно потому я что вас это перебью? Служба... Да-да. Я перебью. Вот постоянно говорят про какие-то претензии. Ладно, мне... Я к вам претензии не предъявляю ни в коем случае. Мне понимаю, понятно, что... два месяца. Ну, это совершенно... Нет, ну, хорошо, давайте послушаем. Я вот уже молчу, да, час 30 молчу. Ну, на самом деле, когда вы вступите, пожалуйста, говорите. Да, мое время говорить. То есть вы постоянно... И не только вы, все говорят про претензии начальника службы автомобильных дорог. Слава богу, пока что еще их нет мне, но придет очень скоро то время, когда уже будут предъявлять их мне. Будьте добры, на чем основаны ваши претензии моему предшественнику, которому выделили 97 миллионов на содержание почти 5000 километров автомобильных дорог? На чем они основаны? Сложно предъявлять претензии, потому что дальше, эта сумма на порядок меньше необходима. Я с вами опять согласен, же, претензия моему предшественнику, который был и в позапрошлом году, который на 5000, неполных 5000 километров, получил на содержание дорог 120 миллионов. Объясните, пожалуйста, какие вы претензии сегодня можете предъявить руководителю службы? Да будет это и Антощук, Иванов, Петров, не будет денег, не будет дорог. Служба автомобильных дорог не собирает деньги. Это не Дельта Лоцман, которая собирает канальный сбор и дальше распоряжается деньгами. Это не Облэнерго, которая собирает за свои услуги, дальше распоряжается. Это не Водоканал. Нет, служба автомобильных дорог сегодня получила 100 миллионов и сидит чухает, не скажу что, и думает, куда же их размазать, как говорит Евгений. Или рационально использовать. Поэтому о каких претензиях может идти речь? Я на каждой комиссии от вас, я человек, который впервые столкнулся с политикой, мрак. И на каждой комиссии вы говорите, признать работу службы автомобильных дорог неудовлетворительной. А что вы сделали, по сути, для того, чтобы признать ее удовлетворительной? Это инициатива вы мне дали секунду. Блока, вы дали 15 миллионов. И этим гордится Николаевская область и говорит, что мы готовы признать службу, работу службы. Что вы сделали, да? Областной бюджет, к сожалению, стоять. Подождите секунду. При этом мои коллеги сегодня, ну, дайте я договорю, да. При этом мои коллеги сегодня со Львова, с Ивано-Франковска, с Одессы, все гордятся, что у них машина не начинает набирать обороты, а она уже раскрутилась до небывалых, возможно, в истории еще дорожного строительства оборотов. Львов сегодня 1,5 миллиарда. Да, понятно, лоббируют интересы депутаты, у них получается, все замечательно. Наши тоже, говорят, нас тоже секунду не стоят на месте, да.
Получится, да. Но у них сегодня есть 1,5 миллиона. Посмотрите вы, как депутат облсовета, откуда они взяли деньги. Посмотрите, пожалуйста, решение облрады. У нас ежедневно под ногами валяется. Подождите. Посмотрите, пожалуйста, решение Одесского облсовета, сколько они выделили денег. Посмотрите, пожалуйста, бюджеты Ивано-Франковска. Посмотрите, что выделяет сегодня Николаевская область, 15 миллионов, и что делает все остальные. Ну, многие, не буду говорить вы все остальные, многие. Вы предлагаете закрыть больницы, школы и садики, защищенные я предлагаю, если вам, ну, понимаете, не будет дорог, да никто к этим больницам не доберется. Вот всего лишь навсего. Андрей, и в садике никто Александр, не может. Сейчас между вами, Андрей Алексеевич, и вам, Михаил Владимирович. Вот вы говорите, Андрей Алексеевич, да, надо принять закон, за который, скорее всего, никто не проголосует, потому что уже многократно пытались и не работает. Михаил Владимирович говорит, мы... Что многократно пытались? Ну, пробить вот это самый дорожный ваш фонд и так далее. Один раз поставили, не проголосовали. Ну, я просто помню, достаточно давно вы были на прошлой программе, когда мы говорили о весовом комплексе, когда вы рассказывали об этом инициативе законодательной. Значит, вы, Михаил Владимирович, говорите, вот, а мы пойдем к государству и спросим, а что такое, где наши деньги? И я вот так себе представляю, приходите вы к этому абстрактному государству, говорите, ну мы же там денег насобирали. Так ты нам собираешься возвращать или нет? А государство так цинично, так сплевывает через зуб, говорит, не собираюсь, и что ты мне сделаешь? И дальше что происходит? Ну, смотрите, уже с одним человеком такая история была, и в конце концов он сейчас где-то в Ростове, там, или я не знаю где, ему общество, как говорится, высказало свое фе, ему пришлось бежать позорно, фамилия у него Янукович. Вот. В отношении бюджета областного совета, я хочу сказать, что у нас, к сожалению, децентрализации по факту нету. У нас многие органы самоуправления абсолютно зажаты с конституционной точки зрения исполнительным органом. Мы не проводили сессию в силу законодательного запрета бюджетную, пока не был принят бюджетный кодекс с массой поправок, пока не отрезали в кабинете министров, какие копейки у нас могут остаться, кроме защищенных статей. Вот. И я сегодня не могу разделить тон нашего представителя службы автомобильных дорог, лично к которому отношусь абсолютно с уважением. Я считаю, что не просто, это достаточно мужское решение с его стороны. Он недавно возглавил, насколько мне известно, эту службу. Я ранее не был с вами знаком, только слышал о вас. Я хочу сказать, что это мужественный поступок в такую сложную и ответственную организацию пойти при таком порядке недостающем финансировании. Но, к сожалению, нету ни одного депутата облсовета, который бы не хотел больше выделить. У нас просто от кабинета министров поступил такой бюджетный кодекс ночью в Верховную Раду, и в последний день вынудили, благодаря политической воле там одних, вторых, третьих лидеров, находящихся на высших эшелонах государственной власти, проголосовать за него, что фактически большинство областей, любимые области там некоторые, они получили прекрасное финансирование, а области все остальные остались на втором плане. И поверьте, что сегодня у нас недофинансировано детское питание. Сегодня у нас каждый больной, который попадает в больницу, он не имеет достаточных медикаментов. И так далее, и так далее. Почему? Потому что в бюджетном кодексе и потому что кабинет министров, прекрасная организация, по 20 миллиардов собирает акциза и сами ими распоряжаются. Кстати, Андрей Александрович Леонидович, процитирую вам комментарий нашего зрителя, пишет: дорожник молодец, очень правильные и адресные претензии. Игорь Пов, пожалуйста. И потом Владислав Вентин. Да, ребята, я вижу. Да, спасибо. У нас действительно передача, половина передачи была посвящена почему-то вот законодателю. Вот. А я хочу задать вопрос представителю областной госадминистрации. Помнится мне в прошлом году, примерно в это же время года, может там плюс-минус там, какие-нибудь недели, была такая информационный такой шум и радость информационная по поводу неких денег, полученных от некой децентрализации финансовой в размере, ну это городские деньги, да, там имелись в виду, в размере, если я не ошибаюсь, там 226 миллионов гривен. И часть из которых, неведомо какая, по утверждению председателя областной государственной администрации Вадима Ивановича Мерикова,
и тогдашнего мэра Гранатура Юрия Исаевича пошли на ремонт дорог или на новые дороги. То есть они очень, я помню, гордились тем, что деньги не брались в кредит, кредитные деньги на вот ремонт этих дорог. Действительно, сумма до сих пор неизвестна, да это, наверное, не важно, из этих 226 миллионов. Так вот у меня вопрос, связанный вот с прошлым, на этот год известна какая-то сумма, связанная с вот этой вот фантастической финансовой децентрализацией, которая появится или уже есть, или вот... Ну, на самом деле сумма ясна, она была ясна в прошлом году, она вполне конкретна. Сумма и благодаря действительно, как вы говорите, бюджетной этой децентрализации, если в 2014 году местные бюджеты финансировали, в частности город Николаев, там порядка 30 миллионов, там по области это было местные бюджеты, имеется в виду сельские, поселковые, городские органы местного самоуправления, порядка 35 миллионов и получали около 50 миллионов субвенции из государственного бюджета, которая распределялась пропорционально количеству проживающих на соответствующей территории. Это на мы говорим о коммунальных дорогах, о дорогах на территории населенных пунктов, не дороги общего пользования. Так? Итого было, выходило 80, ну, порядка 80 миллионов. Из них 50 из государственного бюджета было финансировано. Сейчас бюджетная децентрализация позволила местным советам сконсолидировать, как говорите, 220 миллионов, из которых 188 миллионов с половиной пошло на дороги на территории населенных пунктов. Из них по городу Николаеву 127 миллионов. Это на ремонт. Это прошлый год. Это прошлый капитальный год. Ремонт, содержание, текущий ремонт и так далее. Все виды дорожных работ. Вот, кстати, Ярослав Захаренко мне подсказал, что вот эти вот самые 15 миллионов областные, о которых как говорится, это на 2 километра дорог, правильно? То есть вот для того, чтобы зрители понимали просто вот масштаб, так сказать, вклада нашего областного совета в ремонт дорог. Кроме того, законодатель дал нам право, или благодаря децентрализации бюджетной, этим же местным советам, существенно увеличив их поступление в бюджет с, там, как я говорил, 35-38 миллионов до 200, софинансировать и финансировать выполнение работ не только на дорожных работ, на дорогах коммунальных, тех, которые на территории населенных пунктов, а также и финансировать дороги, работы на дорогах общего пользования, которые соединяют населенные пункты. И те 15 миллионов на самом деле, тоже нельзя говорить категорически, что это там капля в море или еще что-то. Во-первых, все познается в сравнении, и не каждая область выделила деньги, областной бюджет, чтобы вы понимали, всего 15 или 16 областей. Причем по сумме выделения Николаевская область не на последнем месте, а на 8-7. То есть посередке из тех, которые выделили, а есть рядом 10 областей, которые вообще не выделили. Это первый момент. Второй момент, все вот эти местные бюджеты, которые в прошлом году 188 миллионов соседи, выделили, имеют право выделить и возможность сегодня также на определенные участки дорог, которые находятся на балансе у службы, являются государственной собственностью, выделить какую-то часть из своего бюджета на дороги. И мало того, вот сегодня еще не утвержден этот распродел, и поэтому никакие работы не ведутся, и тут и погодные условия там не позволяют и так далее. Но сумма известна, порядка 324 миллиона это на капитальные работы, там что-то будет на эксплуатацию и так далее. То есть, в принципе, это то, что уже с государственного бюджета ясно, понятно, и мы, в принципе, видим эти деньги. Кроме того, вот сегодня Александр Леонидович, в общем-то, позиция сегодня и области, и службы автомобильных дорог такая, что учитывая возможность софинансирования местными бюджетами, то ту часть денег, которые может распределить служба внутри области государственных, она будет в первую очередь финансировать те участки дороги, где есть понимание местных бюджетов и есть софинансирование. Тому пример, на прошлой неделе у нас было совещание в Снегиревке, в Снегиревской райдержадминистрации, присутствовали Жовтнева и Березневатская райдержадминистрация. Собрались, кроме органов власти, депутатов местных, собрались фермеры, которые заявили, что мы готовы софинансировать. Вы нам посчитаете смету в течение недели, 10 дней,
Скажите сумму, и мы определимся, на какую сумму мы пойдем на софизацию. То есть там пообещали, допустим, что гранит они там закупят и привезут. Не гранит, а щебень в нужном количестве. И естественно, что служба автодорог говорит, да, мы в первую очередь пойдем вам навстречу, тоже свое софинансирование обеспечим. Поэтому однозначно говорить, и если на прошлый год было утверждено местными бюджетами 71 миллион и по результатам перераспределения по первому полугодию 190, то сегодня уже утверждено 79 миллионов, то есть это больше, чем в прошлом году. Поэтому на самом деле не все так плохо, как где-то изучаются краски. Это мы говорим о дороге на территории населенных пунктов. Да, децентрализация дала возможность больше консолидировать населенных пунктов, в которых больше населения и, соответственно, заправки и так далее. Ну, как раз они, наверное, где-то более и социально значимы. Вопрос, а где дороги? В прошлом году 127 миллионов было потрачено на дороги в городе Николаеве. То есть мы так длинно говорили о фантастических суммах, которые выделяются, чтобы в конце концов сказать, что в общем-то непонятно, на что они потрачены. Звонок зрителя. Говорите, вы в эфире. Это последний звонок за эту передачу. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Дорога – это жизнь людей. Асфальтобетонные лежачие полицейские, высота не Гостовская. Для проезда внедорожников только. А для легковых машин проблема. Если не загружено, проходит. А если находится в машине 4 человека, не проходит. Сейчас 21 век. Мало для того, что дороги с ямами, так еще создали дополнительные проблемы для автовладельцев. Когда это устранится и кто это сделал? Спасибо за внимание. Спасибо. Человек так внимательно читал написанный текст. Интересно, кто его писал. Я просто да, назову пару цифр, да, потому что мы здесь крутимся вокруг разных бюджетов, разных областей. Первое. 15 миллионов выделено в область. Мы, по-моему, с Ярославом, когда нас пригласил губернатор, и вы почему-то вели тогда совещание по дорогам. Да, вот я тогда сказал две вещи. Первое. Нужно пересмотреть этот бюджет. Это не вина депутатов областных, потому что этот бюджет принят был на первой сессии. Да, то есть это депутаты, которые были избраны, им дали бюджет, они просто его, наверное, и не читали. Так же, как и не читали тот бюджет и в Верховном Совете, к сожалению. Второе. Я тогда предложил, что мы сейчас вот говорим о децентрализации. Децентрализация прошла только в городах. Поэтому там есть свои бюджеты. В городе Николаеве выделено 185 миллионов гривен на ремонт дорог. Я еще говорил в январе, еще в прошлом году говорил о примере Ивано-Франковской области, где губернатор собрал всех мэров городов. И по большому счету все просто скинулись с этих местных бюджетов в областной бюджет, добавили деньги, отремонтировали, построили дорогу в Ивано-Франковске. Это второе направление. Третье направление. У нас 1 000 000 гектар земли. Каждый фермер готов сегодня заплатить 100 гривен дополнительно. Это будет еще 100 миллионов гривен. Следующее. Железная дорога была готова заплатить деньги. Почему? Потому что это конкурент. Там куча этих направлений, которые мы... В случае весовых, пожалуйста, не вопрос. Есть администрация морских портов Украины, которая тоже была готова там выделять деньги, потому что порт страдает из-за того, что дороги нету. Источники есть. На самом деле сегодня мы говорим о сельском хозяйстве, если только о сельском хозяйстве, то там до 70% в тени находится. Где взять деньги? Вот источник. Поэтому этим надо только заниматься, и исполнительной власти в том числе. Большое спасибо. Уважаемые гости, я вас попрошу все-таки вот немножко дать возможность высказаться молчавшим до сих пор нашим экспертам, потому что пойдет передача, они слова не скажут. Владислав Ендин, пожалуйста. Область – это хорошо, а город мы… Еще лучше. Еще лучше, да. Что я хочу сказать? Значит, столкнулись мы с такой дилеммой. Значит, есть у нас завод «Океан», который ежемесячно отгружает больше 50 тысяч тонн зерновых. По факту налога земельного нету. Предприниматель, который там занимается вообще не с Николаевской области, который арендует у каких-то хозяев. И сотни автомобилей проходят через корабельный район, ломают наши дороги. Налога на землю нету. И остальных налогов в том числе. Это первое. Второе. Я вам хочу сказать однозначно, понимание более 30 депутатов, а нам надо всего лишь 28 в городском совете для принятия решения, которые за запрета въезда в Николаев грузовому транспорту. Уже сегодня есть
это большинство, которое сегодня готово проголосовать и поставить на въезде в Николаев большой кирпич. Пока депутаты Верховной Рады не разберутся, пока депутаты областной Рады не разберутся, мы просто-напросто запретим въезд в город большегрузному транспорту. Вы видели мой пост, когда заезжает машина в Николаев, останавливает ее полиция с общественниками, и когда водителю говорят, сколько ты везешь? 100 тонн? Он говорит, чуть-чуть меньше. Чуть-чуть меньше. По факту было больше 80 тонн загруженного в автомобиль. И этот автомобиль направлялся непосредственно куда? В наш порт. Либо это на Нибулон, либо это в Морпорт, либо это в порт Октябрьский, Никотеру, но он едет туда. И сегодня все трейдеры, которые понимают и так же само ездят на автомобилях на своих по городу Николаеву, критикуют власть, критикуют депутатов, и тем самым эти автомобили выгружают у себя в порту. Выгружают. Я уверен, что сегодня найдется большинство общественных организаций, которые с нами, вместе с депутатами городского совета, как мы и планировали, зафиксировать этот факт, куда заезжают эти автомобили. И страна должна знать своих героев в лицо. Спасибо, Владислав. Очень коротко, пожалуйста, я чтобы остальные успели высказаться. Вы очень правы, 100% правы, прям с языка, да, сорвали. 7-8 миллионов тонн грузов из Николаева отгружается автомобильным транспортом. Все проходит через город. Буквально на прошлой неделе в пятницу глава облгосадминистрации проводил такое серьезное рабочее совещание. И мэр Александр Федорович там был, и порты государственные. Совещание о том, что и город сейчас разрабатывает, ну, в быстром порядке, в оперативном разрабатывают схему проезда по территории города грузовым транспортом. Мы еще должны не забывать, что два моста у нас, ну, если не в аварийном состоянии, то не в самом лучшем техническом. И ограничение как раз это узкое горлышко в бутылке, мост Варваровский, Ингурский, который не дает, а может и 40 тонн не будет. Поэтому никто не говорит, что мы говорим там часто анти- или контраргумент, да, к тому, чтобы не было весов о том, что коррупция и так далее. Пусть они будут бесплатные. Хотя мы знаем, и полиция уже новая, мы же уже по-новому, да, как-то хотим уже жить. Пусть они будут бесплатные, но стоит ограничение в въезд в город 40 тонн. Стал на весы, меньше 40, едь, больше 40, разворачивайся, уезжай. Это то, о чем я говорил в начале программы. Подождите, пожалуйста, Сергей Евгеньевич. Я сказал только коротко, потому что несколько человек так и не выскажется до конца программы. Очень коротко. Вы правильно говорите. Дело в том, что здесь не надо законодательной базы. Здесь есть ограничения. Ограничения. И сегодня нам все... А органы местного самоуправления совершенно, это закон на территории. Совершенно верно. Мы не собираемся ждать уже больше никого, пока кто-то разработает какой-то план. Мы, у нас сегодня есть свой план. Мало того, сегодня стивидоры нам предлагают каких-то там турков, каких-то там иностранцев, которые собираются строить дороги, там изготовки паспорта дорог. Мы не будем ничего делать. Мы сегодня ограничим, чтобы потом порты, либо стивидоры пришли к нам и сказали, мы готовы построить дорогу, дайте нам возможность. И мы им дадим и землю, мы им дадим план, который сегодня уже разработан, но он есть. Все есть. И места отстоя транспорта. А места отстоя транспорта есть. Владислав, спасибо. Пожалуйста, Александр Лысенко, Алексей Кочубей, Михаил Палько, тут есть еще молчавшие, пожалуйста. Ограничение это, конечно, хорошо транспорт, но нужно дороги восстанавливать. Они разрушены до такой степени, что уже их ремонтировать, ямочный ремонт даже трассы Н-11 не подлежит. Щебня нет, того покрытия нет. Вопрос, я говорю, проблема у бюджета, у города и в области одна. Неправильное рациональное использование средств. Есть деньги выделенные, пускай небольшое количество, но есть. Я говорю, зачем покупать гранит, зачем покупать щебень? Есть карьер в Антоновке за Новым Бугом. Его разработали уже давно еще при Советском Союзе. Технику разграбили. Заведите эту технику, добывайте бесплатный сырье. 3 слоев щебня хватит вот так на всю область. Это достаточно. Битум. Я говорю, эти рыночные цены, говорю. Вот эти вот торги, которые в конце концов приводят к тому, что цена закупочная гораздо выше, чем ее рыночная стоимость, это тоже нет. Есть заводы нефтеперерабатывающие, есть цена прозрачная с логистикой данного места, говорю. Закупили, пожалуйста, получайте, говорю. Это рациональное использование. Третье, говорю, люди, говорю. Люди сами готовы поддержать власть, говорю, сами готовы зерновики доплачивать, говорю.
возможность только объединяться и сами восстанавливать дорогу. Дорогу можно восстановить, но это нужно делать. Это нужно делать городской власти и областной, когда она соберет людей и будет прозрачно распределять имеющие деньги. А потом требовать Соболов, с дороги, Соболов-Тодора, качество выполнения дороги. Деньги будут выделяться, все равно какие-то выделяются. Но их нужно прозрачно и рационально использовать. И тратить только на правильно, а не переплачивать. Спасибо. Алексей Кочубей. И тут, кстати, вот господину Палько даже вопрос есть от зрителя. Пожалуйста. Я сперва коротко два слова не по теме. Андрей Ватрусский поделился информацией о том, что на фракции БПП решения принимаются, голосуются не единогласно, и он считает такую ситуацию нормальной. А его сообщение в студии вызвало комментарии, обвинения в том, что а как же политическая ответственность, это же политический бардак. Вы знаете, я просто, меня это волнует, тема. Вы знаете, я считаю, что свобода волеизъявления в любом уровне одно из величайших достижений общества. Когда я вспоминаю единогласные и послушные голосования под дирижерство покойного Чечетова, вы знаете, вот выбирая между вот таким вот послушанием и политической ответственностью и так называемым политическим бардаком в партии БПП, я выбираю политический бардак. Теперь, это называется плюрализм мнений и демократия. Согласен с вами. Спасибо. Теперь два слова по теме. Знаете, в той же Германии все тоже очень нездорово с состоянием автомобильных дорог. В последнее время подход к развитию автомобильных дорог, тот, который был раньше и строился по принципу любой автолюбитель должен за 7 минут добраться до автобама, сменился на подход, по которому любой автолюбитель должен, выйдя из дома, усесть на велосипед или на поезд. Это я к тому, что в мире, да, то есть в частности в Европе, в Германии, подход к развитию передвижений и перевозок меняется. Думаю, что следует и нам, уже заранее, параллельно задумываясь, обсуждая восстановление наших дорог, искать какие-то альтернативные способы перемещения грузов и пассажиров. Вот сегодня тоже Андрей Ватурский вспоминал о передвижениях водным транспортом, а Михаил Соколов упоминал аэропорт. Мне кажется, что это замечательные примеры как раз тех самых альтернативных перевозок. Михаил Соколов, в общем-то, серьезно занимается аэропортом, и надеюсь, что благодаря ему изменения произойдут. А я передаю слово Михаилу Палько и комментирую, и в частности... Андрей, простите, пожалуйста. И комментирую, передаю вам комментарий. Я не автомобилист, я пешеход. Пешеход женского рода, в туфельках на каблуке. Зачем на остановке про проспект Ленина Соборной кто-то положил брусчатку? Каблуки застревают, и не только там. Так что я так понимаю, что за нами следят, причем с самых разных сторон. Пожалуйста. Сначала по вопросу, который прозвучал. Нет предела совершенству, поэтому хотели сделать как лучше, получилось как всегда. С одной стороны, какую цель преследовали? На этой остановке идет уклон, и с целью обеспечения безопасности здесь посложили брусчатку с такую рельефную для того, чтобы обеспечить устойчивость на этом участке. Но где-то вот для девушек с каблуками это немножко уже негативно. Что касательно темы сегодняшнего совещания, то очень правильно много звучало хороших идей, очень много правильно звучало моментов, связанных с той самой децентрализацией. Что касательно города Николаева, например, для города Николаева мы только в прошлом году более-менее реально увидели какой-то финансовый ресурс для проведения ремонтных работ. До этого, так же самое, город Николаев стоял на коленях в облгосмагистрации, которая стояла, в свою очередь, в государственном бюджете, выпрашивая какую-то сумму денег для производства ремонтных работ. На сегодняшний момент действительно выделена сумма денег, точнее не выделена, а в проекте находится порядка 135 миллионов на ремонт дорог по городу Николаеву. И стоит опять же вопрос по поводу рационального его использования. Уже немножко прозвучало, что идет вопрос о том, чтобы перенаправить грузовой транспорт так, чтобы не убивались и не разрушались городские дороги по движению потока машин, общее
общего такого пользования легковых автотранспортов. Потому что город Николаев в ближайшую перспективу ожидает увеличения пассажиропотока грузового как автомобилем, так и железной дорогой, увеличение процентов на 30-35, как бы то ни было, в ближайшие годы. Потому что ожидается строительство перевалочного пункта в Корабельном районе, перевалочных пунктов в Ленинском районе, Ингульском районе, извините. Поэтому вопрос это стоит очень остро, о том, что необходимо организовать правильно поток машин грузовых, потому что ни в одной стране не пытаются ограничить развитие бизнеса, а наоборот приветствуются, потому что это потоки денег. А здесь ограничивать... И рабочие места. Развитие бизнеса немножко неправильно. Необходимо правильно совместно с ним разработать эти механизмы для того, чтобы было выгодно и бизнесу, и городу, и горожанам, естественно, с тем, чтобы развиваться. Но должен развиваться бизнес, должен развиваться городская инфраструктура и не уничтожаться то, что есть. Поэтому нормальное определение маршрутов движения и рациональное использование тех денег, которые на сегодняшний момент уже есть, я думаю, даст свои плоды. Если удастся решить вопросы, связанные с децентрализацией и тем, чтобы акциз оставался в городах, в областях, так как оно будет, это еще замечательно. Потому что, если касательно городских дорог, то очень много дорог, которые нуждаются в полной реконструкции. Это имеется и фундамент, и основа. Спасибо большое. Заканчиваем уже. Юлия Мискевич чуть-чуть вообще ничего не говорила. Здесь короткий комментарий, потом помянуть о нашим гостям. Мы уходим из эфира после этого. Юлия, пожалуйста. У меня вопрос к представителю исполнительной власти. Вы говорите, что вы всего лишь 15 миллионов в этом году можете выделить на ремонт дорог. А что вы сделали, чтобы увеличить эту сумму? Что хотя бы до 100 миллионов? Это хотя бы как в Днепропетровске. Хороший вопрос. Я думаю, что завтра мы практически голосованием большинством ответим вам на этот вопрос. Наша область собирает, я объясню, завтра просто сессия областного совета. Я представитель исполнительной власти, а областной, законодательной, можно сказать, представительской власти. Да. И хочу вам сказать, что наша область собирает очень мало налогов. Например, тот налог, который, слава богу, вертикали законодательной, которая существует, он у нас в области остается. Это налог за користування надрами, так называемый. Вот, например, соседняя Днепропетровская область более полмиллиарда собирает, 600 миллионов. У нас добывается гранит, песок, там, многие полезные ископаемые, цирконий и так далее. Это литий у нас в области добывается, уран есть и прочее. Вы знаете, сколько собираем? Не полмиллиарда, как соседняя область, а 20 миллионов несчастных. Да что? Ну, это факт просто. Нам такая область досталась в таком состоянии. И у нас новый созыв, мы только третью сессию фактически будем проводить, завтра начнем. Вот мы сегодня работаем над тем, чтобы, вынудить тех добытчиков, которые нелегально, например, в Жовневом районе, огромные котлован, огражденные забором, и сказки Пушкина рассказывают те, кто добывают, о том, что это они якобы для водоема роют, а реально песок продают. Вынудить их уплачивать, а с песка, поверьте, немалый заработок, десятки миллионов гривен в бюджет перечисляются. Вот взять Вознесенский район, где добывается песок легально. Раз. Во-вторых, мы сейчас занимаемся привлечением инвесторов, которые создадут рабочие места. Даже если они будут из Банков Америка и будут там какие-то основные налоги платить, но подоходный здесь будет платиться рабочие места. И они будут нам платить за користування надрами. Вот завтра, например, порядка 5 вопросов. Это и вода, и песок, и полезные ископаемые, и другие, и так далее, и так далее. Все это мы делаем для одного. Чтобы не только создавались рабочие места, а чтобы инвестору комфортные условия создавать и платить в налог те суммы, которые будут несопоставимы с ранее существующими. Поверьте мне, что только за счет этих средств привлечений можно будет значительные средства направить на автодороги. Мы прекрасно понимаем, что автодороги – это наша кровь, это наша жизнь, это инфраструктура. Закрыть въезд в город грузовикам – вы просто это сепаратизм, я прошу прощения. У нас через город, через Варваровский и второй мост, мы когда кольцевую достроим за межами города, так называемый мост Кирпы, мы тогда, может быть, себе такие шалости можем подумать, и то не методом закрытия для грузового транспорта, а лимит грузов, с перегрузом не пропускать автомобили. Потому что это же кровь экономики. Любая машина, которая проехала, это десятки заработных плат.
Это десятки уплаченных подоходных налогов семей и так далее. Если вы закроете, ну можно будет вообще про Николаев забыть тогда. 3,5 миллиарда гривен, которые заработала администрация морских портов. Не-не-не, они не заработали. Они за счет своего монопольного положения их отрымали. Они не заработали, вы понимаете, да? Нашу городскую землю. Послушайте, вы думаете о том, как создавать инфраструктуру, условия создавать для бизнеса и для инвестиций. А вы думаете, как отрезать. Я просто... Спасибо, Даша, господа, у нас осталось 2 минуты. Постоянно только имеют. Вы шантажом хотите заниматься. Михаил Владимирович, у нас сейчас я хочу, чтобы у вас было хотя бы полминуты. Короткий комментарий Евгения, очень короткий. И по полминуты каждому мы выходим из эфира, даже если вы не закончите. Пожалуйста. Давайте по поводу весовых комплексов, которые тут все упоминали, на которых тут возлагаются какие-то надежды. И я тут слышу заявления и от городской власти, и от областной. Мы закроем город, мы его перекроем, мы не позволим. Закрывать нельзя. Вы не слышите. Ну хорошо, окей. То есть первый тезис. Дорог в области фактически нет, на которых можно ставить эти весовые комплексы и что-то там сохранять, потому что дороги уничтожены. Осталась одна дорога на Одессу. По поводу самих весовых комплексов, Укртрансбезопасность, структура, которая должна отвечать за эксплуатацию этих весовых комплексов, которая должна работать с этими весовыми комплексами, ее нет. Ни на уровне страны, ни на уровне города. У нас какие-то 3 несчастных весовых комплекса, 2 из которых там поломаны, один из которых вообще там что-то непонятно функционирует. То есть, если поставить задачу через неделю выставить 3 весовых комплекса, неважно где, с этой задачей никто не справится. Спасибо, поэтому Евгений. Господа, поэтому не надо вводить заблуждение. У вас есть по 30 секунд у каждого. Пожалуйста, уважайте друг друга, потому что мы выходим через 2 минуты, несмотря ни на что. Пожалуйста, Михаил Владимирович. Коллеги, я уверен, что только благодаря системному подходу мы в состоянии выйти из этой проблемы. Причем я уверен, что когда мы подсчитаем те суммы, которые реально уплачены в бюджет из Николаевской области, в том числе в качестве акциза за продажу топлива в розницу, за растаможку и так далее, мы сможем предметно, конкретно ставить жестко, остро вопрос перед исполнительной государственной властью. Во-вторых, я уверен, что любые методы, которые связаны с шантажом, ну они некорректные, они неправильные, перекрытие дорог там и так далее, как недопуск грузового транспорта в город. Ну, это катастрофа. Нельзя таким заниматься. Тем более тем, кто взял на себя ответственность такую социальную, быть политиком в городском совете, там, в других органах местного самоуправления и так далее. Вот. И в-третьих, я уверен, что благодаря такой системной, слаженной работе нам надо не искать то, что нас разъединяет, а искать то, что нас объединяет в этих вопросах. Вот я благодарен, спасибо, например, Андрею Алексеевичу за его созидательный подход в этом вопросе. Вот есть комментарий, если переводчики будут знать, что их с таким весом точно не пропустят, они будут, они перестанут ездить с перегрузами только по городу, но и по области. Пожалуйста, господа, буквально 20 секунд у вас, и мы выходим. Да, пожалуйста. Тогда же так и говорите. Проблему нужно решать в двух направлениях. Первое, искать средства, использовать имеющиеся для реконструкции, ремонта, строительства дорог. И второе, все-таки соблюдать нормы законодательства, здравого смысла и не разрушать то, что еще сохранилось или то, что уже построено. Спасибо, Александр Ильич. Замечательная сегодня передача получилась. Обсуждаем дороги, но так называемому, как называют меня сегодня главным дорожником, даже не дали сказать практически ничего. Пути решения есть. Деньги минимальные, но они есть, если их правильно использовать, даже то минимальное количество дорог построить можно. Спасибо, Александр Ильич. Если вы готовы, мы сделаем с вами отдельную передачу, ответьте на все вопросы. Андрей Алексеевич, пожалуйста. Я очень коротко откомментирую по поводу взять и запретить. Много ума не надо, да? Вот взять и сделать что-то, вот тут нужно как раз и проявить себя. Первое. Второе. Вам как раз южные порты Одессы вам будут аплодировать, да? Все за то, как вы будете привлекать инвестиции. И вообще, поймайте, как вы будете говорить инвестору и тут же взять и запретить. Сегодня автомобили, завтра реклама, послезавтра телевизоры. Есть достаточно много дорог в Николаеве, в самом городе, где грузовые машины вообще не ездят. Но там качество дорог плохое. Так что, давайте тогда запретим легковые машины. То же самое. Понимаете, здесь у вас логики нет. Вы должны как депутат отдавать отчет таким политическим заявлениям. Вы хотите перекрывать? Перекрывайте и контролируйте вес
по всем направлениям одновременно, а не то, как вы пытались там в прошлом году сделать какую-то трассу, какой-то город Николаев. Если делать, то это нужно делать в комплексе. Забудьте эти варварские подходы. Вы только навредите. Спасибо. Мне искренне жаль, что Александр Ильич не так активно принял участие в программе, как мог бы. Право слова, просто я не знал, что вы готовы говорить. Однако я понимаю, что наша сегодняшняя программа – это только один маленький-маленький шажок к решению огромной проблемы. Но, как говорят китайцы, путь в тысячу ли начинается с одного маленького шага, и будем считать, что мы его сделали. Отже, дякуємо, що були з нами, дякуємо за те, що ви фактично брали участь у нашій жвавій дискусії через інтернет, чи дзвонячи сюди, і просто слухаючи, і я думаю, я впевнений, намагаючись розібратися в цій дуже складній проблемі. Дякую, що були з нами, зустрінемося наступного тижня. На все добре.